Финспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Телеканал Инспорт представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fbs-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet. Xbet Pro Хоккей, Лига Сы, город Рудный, пятница, 13 октября. И у нас с вами вторая игра между командами Горняк и командой Алматы. С вами сегодня, как и всегда в городе Рудный, комментируют матч Сергей Панов и Дархан Нурписов. Ассаламу алейкум. Ну и для тех, кто не смотрел вчерашний матч, должен вам сказать, что зря, потому что было на что посмотреть. Сам матч, который вчера проходил, был очень интересен с точки зрения интриги и того, как разворачивались события. А они разворачивались следующим образом. В первом периоде забрасывает Алматы свою шайбу. Открывает счет Алексей Герзаев с передачи Данила Милушкина. Больше шайб в первом периоде мы не увидели. Во втором периоде Кирилл Баев забрасывает еще одну шайбу. Таким образом, на момент завершения второго периода команда Алматы, они сейчас на ваших экранах, игроки команды Алматы, их раздевалка, по традиции играют в бело-золотистой форме. Так вот, эта команда закончила второй период со счетом 2-0. Далее в третьем периоде в меньшинстве Валерий Садиков силами команды Горняк забрасывает уже одну шайбу, отыгрывает в свою очередь. Это отставание. Ну и далее началось самое интересное. Сергей Твердохлебов забрасывает третью шайбу для команды Алматы. Артем Бурделев, Сергей Машинец ему в этом ассистирует. Ну вот и ничто не предвещало беды для команды Алматы. Казалось бы, хороший, комфортный счет 3-1. Но у подопечных Сергея Викторовича Нестроева, который является главным тренером команды «Горняк», были свои планы. Нашел он слова поддержки своим парням. И уже далее началась голевая феерия в исполнении команды «Горняк». Данила Платонов забрасывает вторую шайбу, делая счет 2-3. С передачи Анатолия Шишова, Валерия Садикова. Далее в большинстве
Данила Платонов оформляет дубль, забрасывает шайбу, сравнивает счет. С передачи Валерия Садикова, Анатолия Шишова. Смотрите, да, вот эти три парня две шайбы практически к ряду забрасывают. Практически закончился третий период, но есть в команде «Горняк» еще один игрок, девятый номер, нападающий Захар Захаров, который забросил четвертую шайбу. Таким образом, Захаров зарешал вчерашний матч. Конечно, все игроки команды «Горняк» были молодцом, но вот эта шайба, четвертая, помогла команде «Горняк» вчера выиграть и заветные 2 очка набрать. Передачу Валерий Садиков, Александр Катков для Захарова сделали, помогли, ассистировали. Таким образом, Валерий Садиков мало того, что забросил одну шайбу, первую для своей команды, так еще и 3 раза ассистировал. Поразительный результат. Очень-очень здорово. Валерий Садиков у нас защитник, тем, да, ценнее, интереснее иметь в составе такого защитника, который вот, ну, настолько проникся вчера игрой. Да и Данила Платонов в целом оформив дубль. Не каждый день мы такое видим, не часто такое получается. Но вот, как говорится, поймал Данила Платонов кураж, как и положено нападающему. Таким образом закончился вчерашний матч. По статистике вчерашнего матча перебросал «Горняк» своих оппонентов. 39 бросков «Горняк» нанес по воротам «Алматы». 25, в свою очередь, уже «Алматы» по воротам «Горняка». Обе команды здорово старались играть в защите. Получалось не совсем, возможно, удачно, но тем не менее по блокированным броскам 16 бросков заблокировал «Горняк» и 8 команда «Алматы». По выигранным вбрасываниям также «Горняк» был сильнее вчера. 41 вбрасывание «Горняк» выигрывает, 32 выигрывает «Алматы». Штраф «Горняк» плюс-минус очень дисциплинированно отыграл. 8 минут штрафа против 20 у команды «Алматы». В большинстве была одна заброшенная шайба, это был Платонов. В меньшинстве одна заброшенная шайба, это Валерий Садиков. Оба показателя у команды «Горняк». Талисман команды «Горняк». Оба коллектива уже готовы. Ну и предматчевое шоу, которое всегда радует болельщиков команды «Горняк». И если вы сегодня не в Ледовом дворце спорта «Горняк-арена», а смотрите нас на телеканале InSport Live, да, это новый канал, который у нас появился в связи с расширением, да, канала, расширение контента. Пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите. Ну и, конечно, читайте самую интересную информацию. В режиме онлайн мы также ее черпаем. Prolegacy.kz. Поэтому все у нас готово. С минуты на минуту мы начнем. Сейчас будут приглашены команды. Судейский корпус также у нас сегодня тот же, что и вчера. Главные судьи Андрей Коровкин, номер 19. Тимур Морев, номер 91. Линейные судьи Нурлан Алпеспаев, 98. Никита Суслов, 72. На ваших экранах сейчас игроки команды «Алматы». По составу, по изменениям мы поговорим с вами чуть попозже. Сейчас будут приглашены хоккеисты на лед. «Алматы» уже на льду появляется. Команда «Горняк» пока еще ждет особого приглашения. Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Мы с Дарханом, как всегда, онлайн с вами. Читаем то, что вы пишете в Ютубе, на телеканале InSport Live. Очень интересно будет общаться, тем более, что такой хороший диалог у нас вчера состоялся. Призываем вас всегда вести культурный диалог в рамках того, что вы болеете за ту или иную команду. Дорогие друзья, у нас гимн Республики Казахстан, после чего мы с вами вернемся в эфир.
Албыз бастаймыз, спортсүйер қауым, хоккей ойыны өте бізге жақын болып жатыр. Мұз алаңындағы осы қара домалақ шайбамен ойнайтын ойын Горняк командасы, Алматы командасын қарсы алып жатыр. Қонақ ретінде алматылықтар келіп жатыр. Кеше өте қызықты ойын болды. Сенімді алматылықтар бастап, бірінші, екінші және үшінші кезеңнің жартысын өте жақсы ойнаған болар, бірақ Горняк командасының ойыншылары онымен келіспей, Валерий Садиковтың голынан кейін бастаған шабуылдары өте ширақ болып, 3-3 есебін осы таблоға орнатып, содан кейін әрине Захар Захаров атты ойыншы Валерий Садиковтың көмекші, Валерий Садиков көмекші ретінде шығып, Александр Катков та көмекші ретінде шыққан. Захар Захаров осы кешегі ойынның соңғы голдың авторы болып атанып, өзінің ұжымына, Горняк ұжымына жеңіс туын сыйлап берді енді. Ал енді бізде тағы да біз айтып жатырмыз, екі күндік бәсеке басталады. Кеше есеп 3-4 есебімен аяқталған болар. Айтарлықтай, бүгін әрине тактикалық пікірлер басқаша болатын шығар. Денис Скатов мына жерде лақтырыс жасап жатыр. Айдар Галимов та қосылып жатыр шабуылға. Кеше де Горняк командасы бірінші кезеңді өте ширақ бастаған болатын. Көп деген лақтырыстарды, лақтырыстарды бағыттады. Қақпаға 14 лақтырыс. Ал Алматы ұжымы 7 ғана бірінші кезеңнен кейін. Өте сенімді бастаған Горняк, бірақ алматылықтар осы сенімді ойсыратып, енді өте жақсы шабуылдарды ұйымдастыра біліп, лақтырыс жасаған. Не мына жерде қауіпті жағдай, гол болып жатыр. Бірінші минутында бізде Кирилл Баев па, мүмкін жоқ, басқа ойыншы гол соғып жатыр. 8-ші номердегі Илья Кавзалов, оған ассистент ретінде шыққан Ян Хоменко болды. Я дұрыс, Ян Хоменко беріп жатыр пасты. Ал Владислав Нурик ұстай алмады осы лақтырысты. Владислав Нурик кеше де өте жақсы ойын көрсеткен, бірақ шабуылдары, алматылықтардың шабуылдары өте ұшқыр болды. Илья Кавзалов, я әрине құттықтаймыз. Алматылықтар тағы да бастап жатыр голдар сериясын дейміз енді. Ал бізде OneXBet компаниясы көрсетілімнің демеушісі, хоккей қара, спорттық эмоциялардың бас демеушілерімен сүйікті командаларыңды қолда деп жатыр. 0-1 есеп, Горняк ұжымы тағы да ұмтылыс жасап жатыр. 52-ші номердегі Никита Ляпунов ойынға кіріп жатыр. Ал алматылықтар қақпасында өзгерістер болып жатыр. Бізде Богдан Нефедов шығып жатыр осы қақпаны қорғауға. Ал кешегі ойынды Филипп Колесников та мықты ойнады, бірақ жетпей қалды кішкене оған ойын жүрісі болмады соңғы кезеңде. Сондықтан да әрине есеп осындай болып жатыр. Енді 4-3 есебімен Горняк командасы ұпайларын жинақтап жатыр. Енді тағы да шабуыл Горняк құрамасынан. Батыр Марқабаев шығып жатыр шабуылға. Сергей Твердохлебов та мына жерде. Артем Бурделев шығып жатыр осы бірінші ұжым ретінде. Александр Куршук мына жерде. Шайбаға талас. Оскар Юлбарисов және Батыр Марқабаев мына жерде аралас. Мына жерде қауіпті лақтырыс. Алексей Казарез ба бұл? Иә, қазір шабуыл. Тағы да қауіпті жағдайлар. Алматылықтар өте жақсы қарымта шабуылды ұйымдастыра білді. 3 минуттай уақыт қазір зымырап өтіп жатыр. Бізде қауіпті лақтырыстар екі жақтан да келіп жатыр қақпашыларға. Бірақ қақпашылар әрине өз ойынын біледі. Владислав Нуриктің қателігі болды осы жерде. Қазір тағы да бізде
Илья Кавзалов. Жармасып жатыр осы қақпаның алдына. Кирилл Баев та қосып жатыр шайбаға таласта. Валерий Садиков қорғаныста Горняк командасынан. Ал бізде төрешілердің шешімі әрине қазір күтілуде. Владислав Нурик бірінші минуттарынан голды өткізіп алды. Владислав әрине өкінішті ол. Горняктың жанкүйерлеріне. Бірақ алматылықтар осы қонақ ретінде келіп, ұпайларын алып кетуге тырысып жатыр. Қазір. Иә, мына жерде қауіпті лақтырыстар әлі де болып жатыр. Қарымта шабуыл, Горняк жұмының қауіпті қайтарым болды Богдан Нефедовтан. Латылып жатыр шайба, бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Ал бізде көш басшы осы маусымдық кестеде бастаған Хумо командасы 26 ұпай жинақтаған, 14 ойын өткізген. Арлан командасы жеңіс сериясын. Мына жерде қауіпті Горняк командасының шабуылы болды. Кешірім сұраймын мен, бірақ осы кестенің орындарын айтып кетейін мен. Екінші орында Арлан командасы 22 ұпаймен 11 ойын өткізген. Арлан командасы соңғы ойындарды да өте жақсы жеңіспен өтіп жатыр. Намат командасы 3-ші орында 22 ұпаймен, бірақ 16 ойыны бар. Арланнан әрине қалып жатыр. Ойын барысынан әрине Арланда әлде ойындар алда көп. Мына жерде қауіпті тағы да Горняктың шабуылы болды. Бірақ нақты лақтырыс жасай алмай жатыр Захар Захаров. Қақпашының алдында шайбаны күткен, бірақ ешкім шықпаған. Шайба атылған жоқ. Богдан Нефедов нақты ұстап тұр осы шайбаны. Қараңыздар, көк сызықтан оңтайлы қолынан лақтырыс жасаған Горняктың ойыншылары. Ал Торпедо 4-ші орында 21 ұпаймен. Әрине қазір 5-ші орында Бейбарыс 17 ұпаймен, Сарыарқа командасы 15 ұпай, және Горняк командасы кешегі ойыннан кейін 2 ұпай жазып, 7-ші орында нақты орналасып тұр. Әрине бүгінде 2 ұпай жинақтаса, онда Сарыарқа командасын озып кетеді, ауысады 6-ші орынға, ал Сарыарқа 7-ші орынға. Бүгінде ойынға толы бізде InSport Live телеканалында көптеген ойындар бар параллельді қойында. Сондықтан InSport Live осы YouTube каналына қосылып жазылыңдар, қарандар жақсы хоккей ойындарын, теннис ойындарын дейміз. Захар Захаровтың пасы бармай қалды қазіргі кезде. Ал Горнякты қуалап жатқан Ақтөбе командасы 12 ұпаймен 16 ойын өткізген, бірақ Горнякта әрине 3 ойын әлі алда. Бүгін 14-ші ойын. Ал ақтөбеліктер 16 ойын өткізген болатын. Сондықтан да ұпай жинақтайтын ойындар әлі алда деп жатырмыз біз. Бейбарыспен келесі ойынды ойнайды Горняк командасы. Ал енді бізде қарымта шабуыл Горняктан, өз алаңынан шығып жатыр Никита Ляпунов. Әріптестерін іздеуде, лақтырыс болмай қалды. Владимир Кротов та қосылып жатыр, және Денис Гурьев. Мына жерде 3-ші ұжымның ойынын біз тамашалап жатырмыз Горняктан. Шығарып жатыр алматылықтар өзінің алаңынан шайбаны. Ал Денис Гурьев әлі де шабуылды бастап жатыр. Қауіпті лақтырыс болып жатыр осы алаңға. Алматылықтар қорғаныстан шабуылға көшіп жатыр, бірақ Владислав Нурик өте жақсы қабылдап жатыр. Илья Патырка лақтырыс жасаған. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Вот такой вот у нас первый период получается. Сейчас смотрим еще раз за этим моментом. Нурик в этой ситуации свои ворота спасает. Ну и атаку Ильи Патырка мы отмечаем. Снова Илья был на ваших экранах. Вбрасывание Алматы выигрывает. Но напомню, что вчера по вбрасываниям сильнее был Горняк, 41-32 у Алматы.
Есть уже одна заброшенная шайба силами Ильи Ковзалова и партнеров, которые ему в этом помогали. Так или иначе, на 47-й секунде, если я вот не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня. Да, так или иначе, шайба заброшенная, но по той игре, что сейчас демонстрирует Горняк, довольно интересно за ним наблюдать. Почему? Да потому что в атаке все время сейчас шайбу вроде как Горняк пропустил, но первым номером играет это однозначно. И уже не одна опасная ситуация была у ворот Богдана Нефедова. Нефедов в створе ворот сменил стоявшего вчера Филиппа Колесника. Колесникова таким образом Нефедов сегодня делегирован тренерским штабом в створ ворот. Надежность у него 82,8%. В то время, когда у Владислава Нурек процент чуть повыше будет. В любом случае, в атаке Горняк ищет свое счастье. Сейчас так же, как и до этого. Получаются броски, получается набрасывать на ворота. Галимов сейчас шайбой Лазарев дальше по борту ее пробрасывает. И скатов, остановка игры у нас с вами. Софи пишет, что сегодня будет много шайб. Да, у нас с вами реклама, после чего вернемся, продолжим. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Один XBET про хоккей Лига СЫ. Первый период. 12:58 до завершения. 1-0 Алматы ведет по ходу сегодняшней игры. На точке вбрасывания Ковзалов против 23-го номера. Это Шишов. Шишов вбрасывание-то выигрывает. В зону Горняк Алматы входит. И уже ищет свое счастье. Сейчас Александр Куршук возвращается обратно за ней. Однако остановка. Капитан команды Александр Куршук на ваших экранах, Горняк. Что касается по изменениям в сегодняшней игре, то в команде Алматы их намного больше. С гостей сегодня мы начнем. Второе звено полностью силами Андрея Владимировича Спиридонова, главного тренера Алматы, сегодня переходит из второго звена в первое. Сегодня в первом звене у нас играют Сергей Машинец, Артем Бурделев, Егор Кожевников и Никита Скоробогатов. Скоробогатов в вчерашнем матче участия не принимал. Сегодня делегирован сразу в первое звено. Соответственно, первое звено в полном составе сегодня номинально второе. То первое звено, которое было вчера, сегодня второе у команды Алматы. Из четвертого звена в третье команда Алматы поднимается 37-й номер. Илья Потырко. И появляется новый игрок, вчера не игравший 47-й номер. Это Егор Бастаганов, также в третьем звене. Остальные два нападающих, один защитник в прежнем составе там в третьем звене пребывают. Четвертое звено добавился не игравший вчера Максим Петросюк. И сегодня мы не увидим Евгения Зуева, Тиграна Петросяна и Сергея Мартынова. Неполное четвертое звено у Андрея Лунча Спиридонова сегодня в заявочном листе. У нас очередная остановка. Смена идет по ходу. Настя Федорчук, Горняк, ты лучший. Давай, давай. Да, действительно, болельщики сегодня также присутствуют, как и вчера, несмотря на то, что рабочий день, 5 часов вечера. Но это пятница, и в пятницу ничего не может отвлечь от хоккея. Тем более, что сегодня он... Есть.
И Сетип сегодня в Алматы дождливо. Передайте пламенный привет алматинцам. Ну вот вчера мы передавали пламенный привет алматинцам и говорили о том, что в Алматы всегда хорошая погода. Но я думаю, что тепло и дождик только украшает осеннюю Алмату. А зная, какие там красивые деревья, какая там природа, осень – это украшение. Алмата, вам привет, алматинцы тоже. В городе Горняков сегодня резко похолодало, но от этого не становится нам менее холодно, потому что жаркая борьба, жаркий лед сегодня, и команды настроены на то, чтобы забрасывать. Тем более, что на двоих-то вчера отгрузили 7 шайб. Хороший настрой. Продолжаем наблюдать. Скоро будет экватор первого периода. Горняк продолжает поддавливать команду Алматы, играть первым номером. Я думаю, что это, ну вот, очевидно для всех, кто смотрит. Не в обиду никому будет сказано, сразу поясню, чтобы меня не захейтили в прямом эфире. Но Лазарев набрасывает на ворота. Пока с натиском Богдан Нефедов справляется. Удается ему отводить угрозу от своих ворот. А опасные моменты были. Лазарев имел у Горняка возможность не раз для того, чтобы поразить ворота так или иначе. Но Рек игру остановил. Кто там еще желающий от Алматы? Это Егор Кожевников, нападающий первого звена. Ну вот больше так для, наверное, все-таки для проформы, да, показать, кто на этом промежутке времени и в данном моменте главный. Понятно, что Маркабаев там защищает своего голкипера. Ну, собственно говоря, Кожевников тоже прекрасно понимает. И на удалявшись вчера приличное количество времени, Алматы, зная, что Горняк забивает и в большинстве, и в меньшинстве, мы об этом говорили. Так вот, как раз-таки одно большинство Данила Платонов-то и реализовал. Возможно, вот этого, да, балла, вот этот балл был... То удаленное время, которое Алматы подарило, да, в свою очередь, дало возможность реализовать Даниле Платонову это большинство. Поэтому нужно быть опаснее. Все прекрасно знают, что большинство — это страшная сила. И множество заброшенных шайб в большинстве. Поэтому не у нас, а вообще в чемпионате в целом. Ну что ж, мы продолжаем. 1xBet про хоккей Лига Сы. Вторая половина первого периода. Рахан. Я жалғастырамыз. Осы бірінші кезеңнің айтарлықтай шабуылдары көп болып жатыр. Және өте тәртіпті ойын орташа алсақ. Ал енді осы қақпадағы ойыншыларды атап кетсек, Владислав Нуриктің 91-ден астам пайыздық осы сенімді ойнауы, ал Богдан Нефедовтың 82.8 пайыздық осы көрсеткіштері бар. Әрине, Богдан Нефедовқа көп ойын уақытын бермейді бас бапкер, бірақ кешегі ойыннан кейін осындай шешім қабылдап жатыр. Бізде Спиридонов Андрей Владимирович. Енді біз айтып жатырмыз, кешеден кейін, кешегі ойыннан кейін тактикалық ахолдар көп, және сол өзгерістер болып жатыр. Алматылықтар құрамында мына жерде қауіпті шабуыл болып жатыр. Көксіздіктен орта шебінен лақтыр жасаған бізде Анатолий Шишов. Атылған шайбаны ешкім қабылдай алмады Горняк ұжымынан. Тағы да шайбаға талас. Қауіпті жағдай, 2-0. Егор Кожевников гол соғып жатыр. Қауіпті пас алматықтар алдай. Әрине, қазір төрешілердің қабылдауы, қабылдамауы Сергей Твердохлебов және Егор Кожевников. Мына жерде қорғаушылар да қасында болды, бірақ көрмей қалды осы лақтырыс сәтін Владислав Нурик. Есеп 2-0. Әрине, қабылдап жатыр төрешілер осы лақтырысты. Қараңыздар, қабылдай алмады. Гавриленко осы қорғаныста болды. Ал атап кетейік, Иван Гавриленко осы Горняк командасының ұжымына жаңа келген ойыншы ретінде бүгін бірінші ойынды өткізіп жатыр. Әрине, осы қорғаныста сұрақтар болып жатыр Иван Гавриленкоға. Ал алматылықтар кешегі ойындай бірінші кезеңнен бастап 2 гол соқты. 8 минут әлі алда. Сондықтан да осындай қызықты ойынды біз тамашалап жатырмыз. Дұрыс, Горняктың қазір қорғанысына
көптеген сұрақтар бар. Сергей Викторович Невстроев әрине қазір тактикалық әдістерді қолданады. Кешегі ойынды Данила Платонов дубль жасап әрине шығарған болар. Валерий Садиков та үш ассистент жұмысын атқарып, бір рет гол соғып, өте жақсы ұпайларды жинақтаған. Әрине осында атты есімді Нәжірде қауіпті атылыс болды борттан. Бірақ ешкім үлгірмей қалды атылған шайбаға. Және Богдан Нефедов осы шайбаны лақтыр жүрді қақпаның артына. Валерий Садиков. Я ойыншылардың алмасуын біз көріп жатырмыз. Казарес Алексей шығып жатыр алаңға. Жас ойыншы. Өте ұшқыр. Жылдамдығы бар ойыншы. Нәжірде алматылықтардың қорғанысы мықты. Бермеді. Нәжірде 8-ші номердегі Руслан Утебаев та жас ойыншылар шығып жатыр. Руслан Утебаев және Алексей Казарес 4-ші ұжымның ойыншылары. Оскар Юлбарисов та осында. Я лақтырыс. Алматылықтар шайбаны қожайындардың алаңына шығарып жатыр. Ал шабуылдары да ширақ болғанмен, бірақ нақты лақтырысқа ешқандай ойыншылар шығып жатқан жоқ горняк құрамасынан. Әрине үлкен сұрақ ол шабуылшыларға да, қорғаушыларға да. Өйткені айтарлықтай мықты қарсыластармен, осындай ойынмен көптеген лақтырыстарды жіберіп жатып, және гол соғатын мүмкіншілік беріп жатыр қарсыластарға. Мына жерде қауіпті лақтырыс, бірақ 11-ші номердегі ойыншы, жоқ, Оскар Юлбарисов 17-ші номердегі. Бізде жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Жарнамамыз аяқталды, жалғастырамыз. Ал мен осы алматылық ойыншысы туралы айтып кетейін. Сергей Твердохлебов, Ресейден келген ойыншы, 30 жаста, 93 жылғы жылдың тумасы, алып денесі бар, 190 сантиметр бойы бар. Ал енді біз қарастырсақ, осы ойыншының ойнаған тәжірибесін, Сарыарқа командасында өте жақсы ойын өткізген болатын, құрамасында болған, және Бейбарыс командасында да 21-22 жылдары ойнаған болатын. Горняк командасының шабуылы өшіп қалды қазір. Александр Катков сұрақ қойып жатыр төрешілерге. Аяқты іліп алған үшін әрине қазір ойыншыларды жазалайды. Мына жерде Захар Захаров пас беріп жатқан сәтті. Як горнякта көпшілік пайда болып жатыр. Ян Хамненко аяқты іліп алған үшін 2 минуттық айыпталумен жазаланады. Ал көпшілік горняктың еншісінде болады енді. Ал 18-19 жылдары Ертіс командасында 60 ойын ойнаған, және Арлан командасында да 60 ойын ойнаған Сергей Твердохлебов. Ал осы соңғы уақыт аралықта Алматы командасында 23-24 жылы осы маусымға кіріп жатыр. Құлагер командасында одан бұрын ойнаған, соңғы клуб Құлагер командасында клубы болды. Ал енді Сергей Твердохлебов осы алматылықтарда бүгін ассистент ретінде жазылып жатыр.
Илья Кавзаловқа. Илья Кавзалов осы голдың авторы болып атанды. Кешірім сұраймын, одан кейін Илья Кавзалов бірінші голды соқты. Содан кейін бізде Егор Кожевников голды соқты. Соған Сергей Твердохлебов ассистент ретінде шыққан. Данила Платонов на жерде шайбаны бағыттаған осы қақпан алдына, бірақ Богдан Нефедов ұстап жатыр осы шайбаны. Бізде туристердің үзілістен кейін шайбаны енгізу мүттесі қонақтар алаңында болып жатыр. Ал Сергей, саған сөз кезегі. Ляпунов, Кавзалов на точке вбрасывания были. Выигрывает Ляпунов это вбрасывание. Горняк разыгрывает свою историю большинства. Гурьев передачу сейчас на Лазарева. Далее бросочек. И ой, Галешник! Галешник! Вот это да! Вот это большинство, то, о чем я вам и говорил, что, дорогие друзья, нельзя недооценивать большинство. Вот оно! Только впервые удаляется команда Алматы. Еще раз. И шайбу. Ну вот тут надо, да, поразбираться, кто это был, чтобы не обидеть никого из игроков. Но то, что Дмитрий Селютин там набрасывал, да, это, по-моему, для нас факт. Давайте еще раз посмотрим. Интересный момент. Несколько игроков там было. Ну вот, давайте так, я врать не буду, обманывать не буду. То, что счет сейчас 1-2, это факт. Уточню, посмотрю, если вы точно знаете, скажите, мы посмотрим. Показывают нам Никиту Ляпунова, да, возможно, согласен, но вот более точно мы уточним на телеканале Prolegacy.kz, обязательно вам скажем так, как это было. Ну вот не совсем удачно мы могли эту ситуацию разобрать, и чтобы никого не обидеть, мы пока вот воздержимся. Факт в том, что действительно шайбу Горняк забросил, таким образом уже полегче становится хозяевам сейчас, потому что немножко обескураживающее начало было. Горняк играет первым номером, но, к сожалению, для болельщиков Горняка пропускает две шайбы. Теперь уже разница сократилась. Таким образом удалось забросить сейчас в ворота Богдана Нефедова. Горняк сейчас из своей зоны старается выйти. Куршук, капитан команды, ее пробрасывает. Там первый на шайбе Батр Маркабаев сейчас был уже. И Захар Захаров там, если я не ошибаюсь. Чуть больше трех минут остается. В любом случае, очень интересно будет наблюдать. Оставайтесь, посмотрите. В целом, вчера игровой день был очень насыщенным. Орлан не сбавляет оборотов, продолжает свою серию. Сегодня эта серия, ну, на вчерашний день, да, она достигла 11 матчей. Кулагер так и не смог распечатать владение Арсения Ахметова, отразив, что 32 броска в створ. Орлан Кулагер 3-0. Интрига в чемпионате осталась одна. Это Орлан, который еще не проигрывает никому. 100% реализация своих матчей, 100% надежность в графе проигрышей сегодня у команды Орлан. Хумо с Орланом, когда играл, Хумо проиграл. Таким образом, Орлан нанес первое поражение в чемпионате команде Хумо. Ну вот Орлану пока поражение никто не нанес. Поэтому любители ставок может это делать. И Юл Борисов мог завершить для себя в пользу команде и забросить. Но мимо ворот. Еще одна атака. Вбрасывание будет у ворот Владислава Нурек. Таким образом, ситуация у нас с вами такова, что вчера Орлан был сильнее Кулагера. ЦРРК с Бейборисом разошлись только в серии после матчевых булит. ЦРРК 2-1 по булитам. Иртыш Торпеда уверенно 3-1 обыгрывает команду Иртыш. Наш матч вчера вы также знаете, как закончился. Ну и Намат, который победил Актобе, вчера также мы видели. Таким образом, для всех ценителей и любителей статистики, цифр, можете турнирную таблицу в режиме онлайн наблюдать. Можете потом посмотреть. Для тех, у кого нет такой возможности, я скажу чуть позже, как располагается турнирная таблица. Еще один опасный момент. Дурек хорош. Шайба там на пятаке заметалась. Кирилл Баев ее не зря отправлял в ворота. Нурек вовремя среагировал. Вот и опасный момент уже у ворот команды Горняк. Алматы огрызается, отвечает. Снова в зону Алматы заходит.
Захар Захаров ее сейчас в среднюю зону. И не спеши сейчас Захаров. Прекрасно понимает, что нужно дать возможность перевести дух и уже начинать с новыми силами разгоняться. Силютин вперед. Силютин пробрасывает себе шайбу. Не успевает он быть на ней первым. Так или иначе, Горняк шайбу эту контролирует. Хороший вход. Капитан команды Куршук с шайбой. Кротов. Передача далее. Снова Кротов. Шайба. Будет Кротов атаковать сейчас? Да, Кротов, но мимо ворот. Александр Куршук сейчас передачу делает на своего партнера Ляпунова. Ляпунов вчера участие в матче не принимал. Однако сегодня он есть. О перестановках в звеньях команды Горняк скажу чуть попозже, потому что сейчас не хочу отрываться от такого хорошего натиска в исполнении команды Горняк, чтобы не пропустить самое интересное. Горняк в зону заходит, но отрабатывает защита команды Алматы. Еще! Ну, штанга здесь спасает сейчас команду Горняк. Было опасно, здорово Алматы сейчас атаковал. Остановка у нас с вами. Александр Катков, любитель силовых приемов. Попадает Александр Катков в топ силовых по итогам третьей игровой недели. Да, болельщики отметили его силовой. Для тех, кто не видел, посмотрите. Телеканал InSport Live. Есть такая возможность. В любом случае, очень было опасно. Очень. Хоменко там. Никто иной, как... А, нет, Егор Кожевников. Да, 16 номер Егор Кожевников. Твердохлебов против Галимова. Твердохлебов сегодня поучаствовал в заброшенной шайбе. Вчера Сергей свою шайбу третью забросил для команды. Таким образом, полезный игрок. Не зря он находится в топ-лиге. Катков с шайбой не справляется сейчас. Алматы никуда не спешит. Прекрасно все понимает. Надежность — это тоже очень-очень важно. Но тот факт удаления у команды Горняк сейчас... За 53 секунды до завершения она показывает Галимова. В ситуации мы обязательно этой разберемся. И приглашают сейчас судьи отбыть малый штраф Кожевников. На Кожевникове. Ну вот, нам показалось, что это было. Нам показалось, что это был Скатов. Да, все верно, нам не показалось. Денис Катов. Таким образом, Горняк уже в свою очередь первый раз в этом матче удаляется. Напомню, что именно удаление привело к тому, что Горняк забрасывает свою первую шайбу. Нужно меньшинство, конечно же, постараться для Горняка отстоять, а уже в свою очередь команде Алматы забросить. Вчера реализацией большинства и меньшинства Алматы не отличалась. Однако Горняк и в меньшинстве, и в большинстве забрасывал. Остаются считанные секунды до завершения. Нас смотрит 170 человек. Вообще телеканал InSport Live, немногие про него знают. Произошло расширение на телеканале, поэтому советуйте друзьям, всем, кто был на предыдущем канале, переходите, болейте за свои любимые команды, смотрите хоккей. Дорогие друзья, у нас с вами итог первого периода таков, что Горняк пока по ходу первого периода уступает 1-2. И в целом обе команды, конечно же, стремятся забросить шайбы. Есть претензии к судьям у Сергея Викторовича Неструева сейчас, о чем, собственно говоря, мы с вами и могли наблюдать. Но команды пока, Алматы не покидают пока скамейку, да, запасных. О чем-то сейчас Андрей Владимирович Спиридонов своим партнерам рассказывает. Ну и вот давайте посмотрим за ситуацией, которая у нас с вами была. Возможно, здесь нужно было что-то, какие-то коррективы. Ян Хоменко там клюшку поднимал, если я правильно понимаю. Да, это был именно он. Ну нет, все, все покидают сейчас лед. Однако игроки команды Алматы о чем-то разговаривают с лайнсменами сейчас. Ситуация у нас с вами не завершена. Есть, видимо, вопросы по
тому моменту, о котором мы с вами говорили. В любом случае, машина уже лед заливает. Однако вот мы смотрим седьмой номер. Сергей Машинец, защитник первого звена, на льду сейчас у команды Алматы. И никто иной, как Егор Кожевников, нападающий первого звена. Егор сейчас скамеечки своей покатил. А Сергей Машинец остается. Противостояние «Горняк» Алматы. С нами игрок команды Алматы Илья Ковзалов, нападающий. Илья, по первому периоду что скажешь? Ну, хорошее движение. Выполняем пока тренерскую установку. Делаем, ну, навязываем свой хоккей. Реализовали пару моментов. Как бы вот отсюда и результат такой. Все понятно. Реализация хорошая, защита тоже. Что вы будете делать с удалениями? Конечно, убирать их. Сейчас немножко подкорректируют тренера, скажут, как нам сыграть лучше. Где-то нужно дорабатывать больше, чтобы не было удалений. Все понятно. Спасибо большое. Удачи в следующих периодах. Спасибо. С нами был Илья Ковзалов, игрок команды Алматы. Ну и до встречи во втором периоде. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана – и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Телеканал InSport представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде с
14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fps-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xbet.
что, друзья, первая встреча между Сараркой и Бейбарысом. Две очень интересные команды. Пятая, шестая строчка в чемпионате. И, надо сказать, игра получилась не по вывеске. Хотелось большего, хотелось большого количества заброшенных шайб, хотелось какой-то эмоциональности, может, даже где-то драки какой-нибудь такой вот, потому что вывеска была шумная. Но нет, этого не случилось в первом периоде. Да, шайба побывала в воротах, в меньшинстве Сарарка отличилась. Никита Башенов здорово откликнулся на передачу партнера, точнее, это будет просто выброс региону. Но не суть, 0-1-0 в меньшинстве. Евгений Балякин записывает на себя результативную передачу. Да, здесь все сделал грамотно Башенов. Показал, обманул, бросил, забросил. 1-0, и дальше игра пошла такой, знаете, не то чтобы прям очень вкусный, но очень ярких моментов было мало. То есть, эпизодически, да, были моменты у одной и другой команды, да, смотрелось это довольно интересно моментами, да, но хотелось бы, чтобы так же команды обменивались. Но, вы знаете, вот так вот момент раз возник, да, вот, допустим, сейчас на ваших экранах была великолепная возможность обеих. Один XBET про хоккей Лига СИ, статистика первого периода на ваших экранах. Но вот бывает и такое, что статистика не в полной мере отражает по факту, что происходило. Больший перевес интересных чисел на стороне команды Горняк и по броскам, и по вбрасыванию. Даже есть реализованное большинство. Однако вот на табло мы видим совсем другие цифры. Это 2-1 в пользу команды Алматы пока, конечно же. Герой первого периода — это Богдан Нефедов. Спасал он свою команду, насколько это было возможно. Статистика говорит о том, что да, 11 бросков в створ его ворот было выпущено. И вот, тем не менее, да, всего одну шайбу он пропустил. У Владислава Норек работы было намного побольше. Отражал он, также стоял в створе ворот и спасал свою команду тоже, насколько у него была эта возможность. Ну вот, две пропущенные шайбы. И таким образом, счет тот, о котором мы сказали. Бурдалев на ваших экранах. А напомню, первую шайбу через 47 секунд после начала первого периода Илья Ковзалов забрасывает в передаче Яна Хоменко. Далее уже Егор Кожевников делает счет 2-0. Артем Бурдалев, Сергей Твердохлебов ему в этом ассистируют. Ну и уже после удаления игрока команды Алматы Никита Ляпунов забрасывает шайбу в большинстве. Дмитрий Селютин, Сергей Лазарев ему в этом ассистируют. Горняк уже на льду, так же, как и команда Алматы. Но вот Горняк, если я правильно ситуацию разобрал и смотрю на табло в режиме онлайн, 71 номер скатов удален у команды Горняк. Таким образом, минуту 0-6 Горняк будет играть в меньшинстве. Первое меньшинство у команды Горняк. Таким образом, есть возможность для реализации у большинства. В свою очередь, команде Горняк нужно
выстоять в этом меньшинстве. На ваших экранах Андрей Владимирович Спиридонов, главный тренер команды «Горняк» и его команда. Вот болельщики улыбаются, несмотря на то, что пока «Горняк» уступает по счету. Но одна шайба — это вообще в хоккее ни о чем не говорит. И тому пример вчерашний матч, когда «Горняк» уступал в две шайбы и потом замолотил целых три к ряду. Возможно, этот фактор и держится в голове у команды «Алматы», потому что вот в третьем периоде вроде и успокоилась игра. «Алматы» прекрасно понимал, что этот счет их устраивает, но та ситуация, когда «Горняк» может возвращаться в игру и совершает камбэки, мы тоже знаем и видели. А команда «Алматы», вот по моему личному мнению, элементарно просто недооценила соперников. Просто, возможно, где-то успокоили сами себя тем, что контролировали ход игры. Но у Сергея Чанеструева, он на ваших экранах, и его парней были совсем другие планы на этот вечер. И они их реализовали в свою пользу. Буквально сейчас начнется второй период. Судьи появляются у нас с вами на льду. Серьезные вдумчивые лица у игроков команды «Горняк». Все они прекрасно понимают. И здесь уже сейчас будет сбрасывание в центральном круге. Таким образом мы начнем второй период. Вообще я вам сказал уже о том, как закончились вчерашние матчи. Сегодня у нас также игровой день. Но вот для пятницы он небольшой. Наша пара, которая сегодня играет, также в 19:00 «Орлан Кулагер» и «ЦРРК Бейбарыс». Вот именно эта пара, так же как и наша. Ну вот, вот, дорогие друзья, есть еще одно удаление у команды «Горняк». Сейчас 4 минуты я вижу на табло, вы вот, к сожалению, не видите. 4 минуты и стоит цифра 5, в свою очередь. Александр Куршук, защитник первого звена, номинально сегодня, который заявлено, будет также удален. Таким образом, три игрока команды «Горняк» сейчас находятся на льду. Пять игроков команды «Алматы». Ну, вот такого еще сегодня мы не видели. С вами начинается второй период формата 5-3. Галимов на точке вбрасывания. Твердохлебов также. Твердохлебов бросание выигрывает. Далее уже Бурделев передачу партнеру. И начинаем второй период. Как говорится, понеслась. Без каких-либо усилий «Алматы» сейчас в зону «Горняка» заезжает. Понятная ситуация, что три игрока всего у команды «Горняк». Давайте будем посмотреть шайбой «Машинец». «Машинец» передачу на Кожевникова. Кожевников длинная передача через зону. И удается нейтрализовать угрозу в этой ситуации. 36 секунд. Еще этот формат у нас с вами продлится. Генеральный спонсор трансляции — компания «Денсбет». Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Опасный момент. Нурек ситуацию контролирует в створе ворот сейчас. Еще раз «Машинец» передачу делает на Кожевникова. Далее на пятаке шайба заметалась. Заброшенная шайба в исполнении команды «Алматы». Такой сейчас получается эпизод, что большинство команда «Алматы» реализует. Давайте смотреть еще разок. Да, Кожевников передача. Дальше Бурделев. И забрасывается шайба. Да, Бурделев принимает поздравления. В любом случае будем уточнять, чтобы никого не обмануть. Еще раз Кожевников. Бурделев там, да, и уже шайба заброшена. Да, ну вот и Артем Бурделев принимает поздравления. Таким образом, 53 секунды проходит у нас с вами. И есть еще одна заброшенная шайба. Таким образом, 3-1. Такой счет в этом противостоянии во вчерашнем матче мы уже видели. Смотрим на этот счет еще раз, но это уже второй период. Игорь, удаление здесь не последовало. Еще очень много времени в большинстве будет играть команда «Алматы». 2:40, вот сейчас 40, да. Болельщики гонят свою команду вперед. Выбрасывают из своей зоны хозяева шайбу. Все прекрасно понимают. Нужно выстоять. Неспешно капитан команды «Алматы»
Дзидаев начинает уже свою атаку. И возможность! Ну, Гурьев! Да! Горняк продолжает говорить нам о том, что в меньшинстве он очень опасен. Ну, что? Снова отрыв от шайбы. Давайте еще раз посмотрим за этой ситуацией. Гурьев, хорош! Молодчина! Переиграл он Богдана Нефедова. Ну что? Театральные развязки у нас, дорогие друзья. Заброшенная шайба. Сразу же отыгрыш по ходу второго периода. И Гурьев, браво, в этом эпизоде. Других слов больше нет. Прямо-таки не успеваем мы за развитием событий. В меньшинстве. В меньшинстве забрасывает Гурьев. Тем интереснее будет наблюдать. И таким образом, вот Софи писала в самом начале матча, что сегодня будет много заброшенных шайб. Так вот, походу Софи вангует, потому что, наверное, она знала уже сценарий сегодняшнего матча, возможно. Но уже 5 шайб, а у нас с вами только начало второго периода. Здорово, прекрасно, великолепно, поразительно. Кожевников там шайбу партнеру передает. По-прежнему большинство у команды Алматы. И что, атака будет? Бурделев партнеру. Смотрим за развитием этих событий. Довольно большое количество времени в зоне горняка команда Алматы проводит. Твердохлебов сейчас расстреливал. Ну, Нурек там. Оба игрока упали на лед сейчас. Давайте посмотрим за развитием этой ситуации. Неординарно, не каждый день мы такое видим. На льду оказались 2 игрока. Это Дмитрий Васильев и Владислав Нурек. В этом эпизоде горняк выстрел. Давайте еще раз посмотрим. Интересный момент, не каждый день такое видим в хоккее. Здорово, как говорится, брат за брата, и в команде все как единое целое. Так, что тут у нас? Горняк удаляется. Ну вот, да, не успел Горняк четвером поиграть, как еще на 2 минуты удаляется уже 29 номер. Все тот же Дмитрий Васильев. Вот это сюжет, вот это событие, вот это матч. Не совру, если скажу, что вот он самый интересный, наверное, из тех, что мы сегодня еще посмотрим. Дабы не обидеть никого, не хочу, но мы это видим в прямом эфире и прямо на арене «Горняк». Это невообразимо. Здесь интрига, здесь у нас с вами еще и адреналин. Продолжая сейчас «Горняк» отбиваться втроем. Шайба в средней зоне. Есть возможность у игроков команды «Горняк» передохнуть. Достается сейчас парням в меньшинстве. Мы говорим о команде «Горняк». Снова формат 5 на 3. Александр Катков первый на этой шайбе. Саша не спешит. Не удается выбросить ее из зоны Каткову. Но сейчас нужно быть максимально сконцентрированным. Горняк пишет: Нурек, держись. Действительно, сейчас не позавидуешь. Такое количество времени поиграть в меньшинстве. Дважды в формате 5 на 3. Тут уж действительно и сил немерено нужно. Ну и, конечно же, концентрация просто бешеная сейчас у Горняка. Развитие событий. Нурек. Владислав сейчас творит чудеса. Здорово спасает свою команду. Заканчивается формат 5 на 3. Заканчивается четвером. Горняк еще 44 секунды будет. Опасно выше ворот. Выстояли и в этом моменте тоже. Ну вот Кожевников и Катков там. Не совсем чтобы на повышенных тонах. Но вот, да, видимо, есть о чем поговорить парням.
5 шайб, дорогие друзья, 5 шайб уже заброшено у нас с вами. И это просто замечательно. Тренерский штаб команды «Горняк» сейчас кое-какие нюансы, естественно, уточняет тренерским штабом. Тренерский штаб команды «Горняка», да, с главными судьями. Очередное вбрасывание. Шишов. И кто второй герой этого момента? Вот, ну, к сожалению, мы не видели. Видели. Это Ковзалов был, да. Полминуты играть еще в большинстве команде «Алматы». В свою очередь, уже теперь меньше полминуты. В меньшинстве играть команде «Горняк». Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Весь спектр эмоций мы сегодня получаем вместе с не только 1xbet, но и InSport Live. На 145 человек смотрит. Здорово, прекрасно. И очень много болельщиков сегодня приходит посмотреть на трибуны. Ну вот и впервые в этом втором периоде «Горняк» играет в полном составе сейчас. Ну что, дорогие друзья, прошло 5 минут второго периода. 1xbet про хоккей Лига Сы. Передаю слово Даркану. Даркан. Я дұрыс, 1xbet компаниясы сізге көрсетілімнің демеушісі болып шығып жатыр. Ал бізде алматылықтардың шабуылары жалғасып жатыр. Тең құрамда да екі құрам ойнап жатыр. Бірақ мына жерде инерция бойынша алматылықтар әлі де жалғастырып жатыр осы шабуылдарды. Одан бұрын бізде Дмитрий Васильев ереже бұзған екен. Шайбаны ұстап қалып, өзінің денесімен жатып қалып осы мұз алаңында. Осылай төрешілер шешімі бойынша 2 минутты қайыпталу аймаққа отырғызылды Дмитрий Васильев. Сондықтан да бізде алматылықтардың көпшілігі пайда болды. Бірақ осы көпшілік ешқандай нәтиже берген жоқ. Осы оңтүстік өңірден келген ойыншыларға әрине гол соғатын мүмкіндіктер пайда болды. Владислав Нурик нақты тұрып, және оның қорғаушылары да өте жақсы жұмыс атқарып, осылай кемшіліктен шығып жатыр. Ал енді «Горняктың» шабуылын біз қазір тамашалаймыз. Әрине, бізде лақтырыс жасаған қазір қақпаның бағытына Никита Ляпунов. Одан бұрын бізде есепті қысқартып жатқан Денис Гуриевті біз тамашаладық. 27-ші номердегі Денис Гуриев өзі ғана шеберлікті танытып, екінші голды «Горняктың» ұжымынан соқты. Енді есеп бізде 2-3. Әрине, қазір екінші кезең басталғалы 5. Осы 5-ші гол болып жатыр Денис Гуриевтің атынан. Қараңыздар, тағы да «Горняктың» шабуылы, бірақ өшіп қалды. Қателесіп жатыр рудныйлық ойыншылары. Көксіздіктен өтті. Бірақ мына жерде Дмитрий Силютин лақтырысы болмай қалды. Алматылықтар 2-1. Владислав Нурик нақты тұр, қайтарды соққыны. Алматылықтар тағы да Владислав Нурик орнында. Сергей Твердохлебов лақтыр жасаған. Сергей Твердохлебов өте тәжірибелі ойыншы. Одан бұрын мен айтып кеткенмін, қай клубтарында ойнаған: Сарыарқа, Ертіс, Құлагер соңғы клубы. Сондықтан да өте тәжірибелі. Сарыарқаның атынан осы жоғарғы дивизионда ойнаған Сергей Твердохлебов. Сондықтан да тәжірибесі мол, 30 жаста. Әрине, өте тәжірибесі бай жігіт Батыр Марқабаев. Тұрып жатыр өзі ғана, әріптестер жоқ. Осы шайбаны бағыттап жатыр қақпаға. Владислав Нурик кірісіп жатыр. Алматылықтар қазір уақытты көп алып жатыр шайбамен. Шайбамен көп уақыт ойнап жүр. Мына жерде лақтырыс өте қауіпті болды. Шайба алаңнан тыс шығып жатыр. Лақтыр жасаған жойқын Алексей Дерзаев. Бізде жарнама. We'll be right back.
бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Жарнамадан кейін қосылып жатырмыз, құрметті жанкүйерлер. Горняк пен Алматының екінші қақтығыс күні. Әрине бүгін Горняк командасының ұжымы өте көп айыпталу аймағына кіріп жатыр. Кеше алматылықтар көп ережені бұзып айыпталу аймақта отырған. Әрине осы кемшілікте ойнағаны осы ойыншылардың. Айдар Галимов мына жерде болмай қалды. Бізде Алексей Казарез мүмкін болған мына жерде. Немесе Оскар Илбарисов. Иә, дұрыс, көптеген ойыншылар қалыпты мына жерде. Бір ғана ойыншы Алматыда, бірақ Оскар Илбарисов ұстай алмады, қабылдай алмады шайбаны. Жылдамдығы жеткіліксіз болды осы сәтте. Айдар Галимов мына жерде итеріп жатыр ойыншыны. Алматылықтар шабуылды жалғастырып жатыр. Мына жерде қорғаушылардың арасында шайба қыстырылып жатыр. Ал мен ойынды ары қарай жалғастырайын. Кеше алматылықтар көп айыпталу аймағына кіріп, әрине кемшілікте ойнаған өте күш әсері көп кетеді. Күш сондықтан да әрине сәл ғана төзімділік қасиеті нашар болғандықтан Горняк командасы осы үшінші кезеңде өте жақсы шабуылдарды, нақты шабуылдарды жасап, осылай есепті теңестіріп және артырып жіберді Захар Захаровтың атымен. Енді бүгінде Горняк командасы үш форматта ойнады. Ол әрине басқа ойыншылардың күшін алып кетеді. Мына жерде Владислав Нуриктің қолында шайба дейміз. Енді Артем Гурделев тағы да лақтырыс жасаған. Үлгіріп жатыр Владислав Нурик. Ал бізде бейне қайталау мына жерде. Лақтырыс Артем Гурделев. Владислав Нурик қарап жатыр шайба қаяқта екенін. Ал хоккейден Қазақстан біріншілігінің бас демеушісі OneXBet компаниясы хоккей қара спорттық эмоциялардың бас демеушісі мен сүйікті командаларыңды қолда деп жатыр OneXBet. Ал біз ұмытпайық, біз InSport Live телеканалындамыз. Сондықтан да осы InSport Live телеканалына жазылып, осы тетіктерді басып ұмытпаңыздар. Енді тағы да шабуыл алматылықтар болмайды. Артем Бурделев бастап жатыр осы 7-ші номердегі ойыншы лақтырыс жасады. Сергей Машинец. Сергей Машинец осы құраманың қорғаушысы ретінде ойнайды. Жоғалтып жатыр шайбаны. Егор Кожевников бір бұл. Горняк командасы шығып жатыр шабуылға. Мына жерде пас қателік болып жатыр. Алматылықтардың енді қарымта шабуылы. Егор Кожевников, Сергей Твердохлебов лақтырыс жасады, бірақ денемен жауып жатыр қайтарып осы соққыларды. Ширақ болып жатыр алматылықтардың шабуылдары. Өте жылдамдығы ұшқыр және көп қателіктер осы қара киген жиде ойыншылардан болып жатыр. Қателіктер көп. Денис Гурьев. Денис Гурьевтің ойыншы әріптестері қосылып жатыр. Айдар Галимов соның ішінде. Тағы да шығарып жатыр алматылықтар. Алматы ойыншылары тез осы шайбаны өзінің алаңынан лақтырып жіберіп, өздері тез алмасып және шабуылдары да нақты жалғастырып жатыр. Қараңыздар, тағы да алып қойды шайбаны алматылық ойыншылары. Ян Хоменко мына жерде қосылып жатыр қорғанысқа. Александр Катков. Ал бізде жанкүйерлер Горнякқа келіп қолдап жатыр өзінің командасын. Ол өте қуанышты. Александр Катковтың шабуылы. Бірақ мына жерде құлап жатыр Александр. Ұстай алмады шайбаны
Александр Катков. Алматының шабуылы мына жерде кім бұл? 92-ші нөмірдегі Юрий Андрусенко лақтырыс жасаған. Сергей, саған сөз. Ну вот, да, сейчас по игре у Алматы старается поддавливать команду Горняк. Но, тем не менее, это, честно говоря, нужно сказать, что у Горняка моментов предостаточно. Здорово играют, создают свои моменты. А команда Алматы после вот пропущенной шайбы в меньшинстве, Денис Гурьев забросил в меньшинстве для команды Горняк. И вот теперь Алматы понимают, что свое преимущество две шайбы потеряли. Более того, была очень хорошая возможность дважды пятером поиграть против троих игроков команды Горняк. Довольно приличное количество времени Горняк в меньшинстве отыграл. Понятно, что тяжело в защите столько количества времени играть. Но, тем не менее, хватает у Горняка сил сейчас сопротивляться и отражать атаки, которые Алматы сейчас создает. И повторюсь, Алматы понимает, что это преимущество потеряно. И вот вчера недооценили они соперника. Горняк здорово отыграл. Вот тот же самый Захар Захаров сейчас был на три атаки, который вчера четвертую решающую шайбу забросил. Так или иначе, недооценив вчера соперника, могут попасть еще раз в эту ловушку игроки команды Алматы. Горняк шайбу из своей зоны сейчас будет выводить. Удаление будет у игроков команды Алматы. Сейчас давайте посмотрим, кто это будет. Без остановки практически 4 минуты играли. Показывают нам Бурделева. Артем, видно, что устал сейчас. Ну, понятно, стараются, играет Алмата. У нас с вами реклама, после чего вернемся. Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Один из бет про хоккей Лига Сыри, Дома дворец спорта Горняк Арена. Второй матч, второе противостояние между этими командами, а именно Рудненским Горняком и командой Алматы из города Алматы. Горняк, давно не игравший в большинстве, имеет сейчас шансы и возможность забросить. Тем более, что в большинстве Никита Липунов сегодня уже забрасывал в передаче Селютина и Лазарева. Александр Куршук, капитан команды, передача на партнера. Снова капитан. Ищет адресата Галимов шайбой. Саша Куршук. Еще одна передача. И бросок мощно. Забрасывать сейчас, зарешать можно было. Скатов имел такую возможность. Но вот Скатова там нейтрализовали. Это двинули угрозу от ворот. Галимов, Скатов боролись у борта. Шайбу выцарапали. Снова Горняк имеет возможность. Хорошая была сейчас атака в исполнении команды Горняк. Большинство продолжается качественно. Нужно сейчас постараться забрасывать. И на месте никто иной, как Богдан Нефедов. Да. Айдар Галимов там. Показалось, видимо, Айдару, что шайбу не зафиксировал Нефедов. Старался он ее выцарапать. Баев поддерживает Нефедова сейчас. 21-летний Богдан Нефедов в створе ворот у команды Алматы сегодня находится. Но вот момент и вот эту минуту большинства в свой актив команда Горняк может занести. Катков и Захар Захаров сейчас разговаривают. Еще минуту и 3 секунды будет играть Горняк в большинстве. Платонов против Твердохлебова. Еще раз за этим противостоянием мы посмотрим. Платонов был более успешен в этом компоненте.
Горняк откатывается к своим воротам. Платонов начинает атаку своей команды. Передача на партнера. Не решается Валерий Садиков сейчас атаку начинать. Снова возвращается в свою зону. Нужно, конечно же, постараться набрать скорость и сходу войти. Захар Захаров. Удается Захару это сделать. Неплохо на Платонова сейчас задумал Захаров. Катков у борта борется. Синяя линия закрыта. И уже Платонов. Передача на Захарова снова. Садиков у синей линии. Ну вот, хороший был отскок. К сожалению, никого из игроков команды «Горняк» на пятаке мы не видели. Но вот еще раз Богдан Нефедов в меньшинстве свою команду спасает. Оба коллектива играют в равных составах. 5 заброшенных шайб на двоих. Еще раз напомню, вместе команды назабрасывали. Хорошая передача была на дальнюю синюю линию. Затаилась вот так игра, да, вот есть моменты, но команды сейчас не спешат, выжидают паузу, все прекрасно понимают. Одна шайба, это, конечно же, не критично, есть возможность забросить еще и еще, поэтому Алматы сейчас боится, конечно же, пропустить, все они прекрасно понимают, а Горняк, в свою очередь, на волне заброшенного меньшинства, конечно же, сейчас старается отквитать эту шайбу. Ну и опаснейший момент у нас с вами. Нефедов. 1xBet Pro Хоккей Лига СИ. Второй период. Даракан, как думаешь, чем дело закончится? Бізде қазір айтарлықтай өте жойқын лақтырыстар болып жатыр. Алматылықтарды жағынан да және рудныйлық ойыншылардың да шабуылдары нақты болып жатыр. Лақтырыстары көп. Мына жерде Денис Гуриевті кіріп жатыр осы Богдан Нефедовтың қақпасының алдына Александр Куршуктың қазір пасы. Ал айтарлықтай әрине қазір тактикалық ахуалдар бар. Екі жақтың да ойыншыларында бірақ шабуылдары алматылықтарда өте нақты болып жатыр. Ал Горняк әрине қазір барын салып, әрине есепті теңестіруге ұмтылыс жасап жатқанын біз көріп жатырмыз. Қараңыздар, тағы да лақтырыс, бірақ қайтарып жатыр алматылық ойыншылары. Иә, мына жерде өте жақсы лақтырыс болды, бірақ ойыншылардың арасында шайба тоқталмай бортқа соғылып, әрине қазір шабуылды Горняк командасы ұйымдастырып жатыр. Ешкім жоқ, ешкім, иә, Денис Катовтың қолында қазір таяғының алдында шайба. Мына жерде лақтырыс, Богдан Нефедов ұстап жатыр шайбаны. Әрине Айдар Галимовтың пасынан кейін, лақтырыстан кейін әрине. Ал бізде қараңыздар, Денис Катовтың пасы, Айдар Галимов бағыттаған шайбаны Богдан Нефедов ұстап жатыр. Өте жақсы режиссерлар бізге қайталауды беріп жатыр. Нақты лақтырыстар да көрініп жатыр. Ал Денис Катов алдыңызда. Өте жақсы ойыншы, Ресейден келген. Ал төрешілер алқасы қазір шайбаны осы қожайындардың алаңында енгізеді. Кешірім сұраймын, қонақтардың алаңында. Тағы да лақтырыс. Шайба шығып жатыр алаңнан. Богдан Нефедовтың қорғаныс осы киімнің арасынан атылып аспанға ұшып кетті енді бізде шайба. Өте жақсы Богдан Нефедов ойнап тұр. Бірнеше қайтара лақтырыстарды қайтарды. Біз айтып жатырмыз, бірінші кезеңнен кейін 11 лақтырыс Горняк жасаған, 6 ғана алматылықтар. Енгізу нүктесінде де Горняк басымдықты көрсетіп жатыр, сенімді ойнауда. Бірақ есеп әлі де 2-3 алматылықтардың еншісінде осы жеңістің туы. Қазір алматылықтардың қарымта шабуылы, қараңыздар. Владислав Нурик та кіріп жатыр. Кірісіп жатыр ойынға. Оскар Юлбарисов. Оскар Юлбарисовтың ширақ қимылдауы. Лақтырыс. Өте мықты жойқын лақтырыс. Бірақ алматылықтар тез алып қойып жатыр осы шайбаны.
Және қараңыздар тағда мына жерде шабуыл өшіп қалды. Егор Кожевниковтың таяғынан алып кетті шайбаны. Пас қате болып жатыр. 2-1-де ойыншы алмасты Данила Платонов. Кешегі 2 голдың авторы, дублдің авторы дейміз. Әрине бүгінгі ойын өте маңызды. Алматылықтар алып қойып жатыр шайбаны. Қателесіп жатыр екі жақтың да ойыншылары. Захар Захаров. Захар Захаров жас. Данила Платонов. Бағындыра алмады осы шайбаны. Ян Хаменко. Қазір Ян Хаменко бүгін былтыр осы маусымның былтырғы жылында осы Гарня командасында да ойын көрсеткен, бірнеше ойын өткізген, өте жақсы ойыншы Ян Хаменко. Осы Гарняктың ойыншыларын жақсы таниды. Ал Богдан Нефедов ұстап жатыр Захар Захаровтың лақтырысынан кейін. Әрине OneXBet компаниясы Қазақстан біріншілігінің демеушісі, бас демеушісі деп атайық. Хоккейді не басқа спорт түрлерін ұнатасыз ба? Онда көрсетілімнің бас демеушісі OneXBet компаниясының сайтына өтіңіз деп айтады OneXBet. Про хоккей лигасы ұсынады сендерге де осы жақсы ойынды. Ляпунов, Никита және Юрий Андрусенко енгізу нүктесінде болды. Шайба Алматы таяқшасының алдында. Ал бізде қазір біз ол жақты қадағалап сұрастырамыз. Ал Гарняктың шабуылы мықты лақтырыс болды. Қайтарды шайбаны Богдан Нефедов. Бізде Никита Ляпунов лақтыр жасаған. Ұстай алмады шайбаны Никита. Тағда шабуыл. Денис Гурьев, Валерий Садиков, Денис Гурьев тағда. Лақтыр жасай мекен қазір жоқ. Шабуыл болмады, өшіп қалды қазір шабуыл. Көпшікте ойнағындай бол жатыр Гарня командасы. Александр Куршук үлгірмей қалды осы шайбаға. Тағда бізде қазір Оскар Юлбарисовтың пасы. Айдар Галимов қабылдай алмады. Оскар Юлбарисов лақтырыс. 2-1-дей. Мына жерде 21-ші номердегі ойыншы Спартак Басимов Александр Куршукты итеріп жіберді осы қақпаның алдынан. 13-ші номердегі Максим Петросюк алдыңызда. Ал бізді қазір төрешілердің әрине шешімі болады. Шешімі болмайды, өйткені уақыт аяқталды. Екінші кезең осымен аяқталып жатыр. 2-3 есеп. Сергей Викторович Невструевтің қабағы түйіліп тұр. Әрине, өйткені есеп Гарняктың еншісінде емес. Әлі де Алматы ойыншылардың басымдылығы айқын болып тұр. Көпшілік пайда болып жатыр. Ал Гарняктың ойыншылары көп ереже бұзып айтталу аймағына кіріп жатыр. Әрине осындай ойыншылардың ойыны көңіл күйін түсіреді. Бас бапкер әрине ойлы қырлы сезімін көрсетуде. Қазір бізде сәл ғана демалыс, үзіліс болады. Үшінші кезеңде кездескенше. С нами нападающий команды «Горняк» Никита Ляпунов. Никит, ну вот не совсем удачное начало сегодня у вас было. С чем связано? Очень много ненужных удалений. Удаления очень сильно ломают игру и темп игры. И очень тяжело потом войти в тонус и продолжить играть активно.
И вот уже во втором периоде шансы и удача повернулась к вам. На фоне этого есть ощущение, что будете дожимать? Если да, то как? Будем закидывать и бежать туда всеми силами. Нам терять нечего, нам надо догонять, забивать голы. Ну вот эти удаления, два раза вы играли в формате 5-3, ну вроде как и невынужденные ошибки. С чем связана такая история? Я думаю, это все связано с тем, что не дорабатываем ногами. Отсюда идут всякие зацепы. И вот удаление, и все. Ну что ж, Никит, поздравляем вас с заброшенной шайбой, не задерживаем. Спасибо, всего доброго. С нами был нападающий команды «Горняк» Никита Липунов. Далее у нас с вами третий период, оставайтесь с нами. Спорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Телеканал InSport представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fbs-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet. We'll be right back.
Самые интересные моменты матча между Орланом и Кулагером смотрим мы, подводим итоги этого противостояния, северо-казахстанское дерби. И нужные слова нашел подопечный Виталий Катаев для того, чтобы удачно сыграла команда. Но в самом начале равная такая борьба наблюдалась между соперниками. И были моменты и у той, и у другой команды. И самый серьезный настрой был у обеих команд. Ну и вот так и был открыт счет. Слав Дюкарев доработал до конца. И за полторы минуты до завершения периода открыл счет со встречи. Без голевых у нас получился период встречи номер два. Поэтому пока смотрим, какие у нас моменты просто были. Еще раз говорю, голов у нас мы не увидели в этой 20-минутке. Но моментов было предостаточно. Здесь Грен смог отличиться. Хороший момент имел у ворот. Виктор Сильвестр сегодня особые похвалы, наверное, заслужит, потому что вот работа у него сегодня было великое множество. И во многих эпизодах он откровенно спасал свою команду и оставлял в игре. Но еще раз повторю, что второй период у нас получился без голевых. Поэтому пока смотрим. Но наставление своих подопечных Эльвина Нуриева, что он расценивал эту игру как реабилитацию, да, потому что поражение накануне и две игры нас на домашнем углу уступили петропавловцы. И, конечно, хотелось реабилитироваться. Ну и вот уже смотрим мы эпизоды, которые были у ворот Сильвестрова. Одна из заброшенных шайб здесь Волков. И дальше.
OneXBet компаниясы көрсетілімнің демеушісі Горняк пен Алматының қақтығысы. Горняк басымдылықты лақтырыс жағынан көрсетіп тұр. Енгізу нүктесінен алматылықтар сенімді өз-өзін ұстап тұр. Ал бізде гол соғып жатыр. Екінші кезеңде Егор Кожевников, Артем Бурделев кешірім сұраймын, Егор Кожевников ассистент ретінде жазылып жатыр. Алматы жағынан 3-1 көпшілікте соққан гол. Ал Денис Гурьев кемшілікте гол соғып есепті қысқартып жатыр. 2-3 болып жатыр. Ал енді жалпы есеп 2-3 есебімен осы аяқталып жатыр. Бізде енді үшінші кезеңге бәрі де дайын тұр. Төрешілер алқасы қазір барлық дайындықтарды өткізіп, енді шайбаны қазір орта нүктесінен енгізеді. Екінші кезеңнің статистикасы сізге біз айтып бердік, ал енді қосылып бірінші мен екіншіні қорытындысын жасап кетейін. Жалпы Горняк командасы 24 лақтырыстарды өткізді. Көпшілік осы лақтырыстардың Горняктың еншісінде. Ал қазір енгізу нүктесінде Горняк тағы да басымдылықты көрсете білді. Ала салып лақтырыстарды жасап жатыр. Горняктың ойыншылары алматылықтар қорғаныста. Шығарамыз деген үмітін жасап жатқан, шығарды. Владислав Нурик қосылып жатыр ойынға. Енді жалпы лақтырыстарды қайтарған статистикасын айтып берейін. 7-8. Қақпасын өте жақсы қорғап тұр екі ұжым. Енгізу нүктесінен тең көрсеткішті көрсетіп тұр. 17-16. Штрафтық айыпталу минуттарын атап кетсек, Горняктың еншісінде 8 минуттық лақтырыс болып жатыр қазіргі кезде, кешірім сұраймын. 8 минуттық айыпталу минуттары бар. Ал алматылықтар тәртіпті ойынды көрсетуде осы екінші ойында. Қараңыздар, алматылықтар шығып жатыр енді өз алаңынан. Тағы да лақтырыс. Егор Кожевников мына жерде шабуылға ұмтылыс жасап жатқан. Алмасып жатыр Егор қазір. Ал төрешілерді атап кетейік. Андрей Коровкин, Тимур Морев, Нұрлан Алпыспаев, Никита Суслов атты төрешілер бар. Осы үшінші кезеңнің аяқталуы уақыты әлі ұзақ болады. Өйткені үшінші кезең тек осы бір минута өтіп кетті. Илья Кавзалов алдыңызда. Илья Кавзаловтың голын біз тамаша көрдік бірінші кезеңде. Ал екінші кезеңде бір-біріне гол соғып үлгірді екі ұжым. Қандай болатынын қазір біз көре тұрармыз үшінші кезеңнің. Төрешілер үзілісі әрине көп ұзаққа барып жатыр қазіргі кезде. Енгізу қазір қожайындардың алаңында болады. Захар Захаровты отырғызып жатыр айыпталу аймағына. Қарсыласын ұстап қалғаны үшін. OneXBet компаниясы көрсетілімнің демеушісі, хоккей қара спорттық эмоциялардың бас демеушісі мен сүйікті командаларынды қолда деп жатыр. OneXBet Инспорт телеканалындамыз біз. Қазір Илья Кавзалов, Егор Кожевников та қосылып жатыр. Мына жерде Алексей Дерзаев та қосылды. Владислав Нуриктің қолында қазір шайба. 17-ші номердегі ойыншы Кирилл Баев гол соғатын ұмтылыс жасады. Лақтырысты бағыттап жатыр Владислав Нурикқа. Бірақ Владислав Нурик нақты позиция алып ұстап жатыр осы лақтырыстарды. Кешеде Владислав қызмет атқарған осы қақпаның алдында. Ал Богдан Нефедов бүгін сенім арттырып бас бапкерлер осы қақпашын шығарып жатыр. Горняктың ойыншылары алып қойып жатыр шайбаны. Шығарып жатыр шайбаны қара жейде киген ойыншылар. Айдар Галимов бағыттады осы лақтырысты. Алматылықтар оңай шығып жатыр өзінің алаңынан. Шабуыл әрине көпшілікте ойнағасын тағы да бастау керек.
ашық алан пайда болып жатыр Горняк алаңында. Әрине қазір көпшілікте ойнап жатыр алматылықтар. Бір минут қалып тұр. Мына жерде Артем Бурделев шеберлікті танытып жатыр Горняктың ойыншыларына. Иә. Көпшілік ешқандай нәтиже бермей тұр әлі де. 50 секунд қалды. Богдан Нефедов алдыңызда. 82.8 пайыздық көрсеткіші бар Богданда. Мына жерде қарсыласын итергені үшін айыпталу аймағына қонақтар құрамасын отырғызады. Бір ойыншысын жоқ. Кешірім сұраймын, кешірім. Бізде Валерий Садиков қарсыласын итергені үшін айыпталу аймағына отырды. Және Никита Скоробогатов та бір-бірін итерген шығар осы екі ойыншы. Ал енді үш ойыншы қара жейде киген формада шығып жатыр. 4-3 форматта ойнайды қазір мүмкін ойыншылар. Жоқ, кешірім сұраймын. 4-4-3, я дұрыс. Қазір алып қояды шайбаны. Әрине алматылықтар шабуылды құрастырамыз деген ниетін көрсетуде. Жоқ, бізде қазір Александр Катков ұстай алмады, қабылдай алмады осы шайбаны. Алматылықтар шабуылға ұмтылыс жасап жатыр. Лақтырысты жасады. Алматылықтар еншісінде шайба. Дерзаев лақтырыс жасады. Қақпадан тыс. Тада көк сұқтан лақтырыс. Владислав Нурик нақты ұстап тұр осы лақтырысты. Кирилл Баев та жақындап қалды осы шайбаны атылат деп ойлаған шығар. Сондықтан да келіп қалды. Осы қараңыздар, лақтырыс жойқын болды. Кирилл Баев та итеріп жатыр Горняктың ойыншылары. Ал бізде Илья Кавзалов. Кожевников осы еңгізу нүктесінде. Және Ляпунов Никита. Я дұрыс. Енді әрине қауіпті. Қазір еңгізуді женіп кетсе Кожевников, лақтырыс әптетте болады да шығады мына жерде. Горняк еншісінде шайба. Қожайындар алаңдан шығу мақсатын қойып тұр қазіргі кезде. Қауіпті, өте қауіпті. Мына жерде лақтырыс болды, бірақ Денис Катов, Ляпунов. Өте жақсы. Лақтырыс. Денис Гурьев лақтырыс жасаған. Шайбаны ұстап қалып жатыр Горняктың ойыншылары. Әрине осы қонақтардың алаңында нақты тұрақтап, нақты лақтырыстарға шығару мақсаттары әрине. Селютин Дмитрий келіп жатыр шайбаға таласқа. Я дұрыс, шайбаны берді Лазарев. Борттың қасындағы талас әріптестерін таба алмай тұр. Лазаревтің лақтырысы қауіпті болды, бірақ қақпадан тыс кетіп жатыр осы лақтырыс. Қауіпті, қазір лақтырыс бола ма екен? Я дұрыс. Гол соғатын мүмкіншілік пайда болды, бірақ Богдан Нефедов өте жақсы Денис Гурьевті қабылдап, оған ешқандай мүмкіншілік бермеді Богдан. Александр Куршук та құлап жатыр осы шайбаға таласта. Өте жақсы шабуыл пайда болды, бірақ ешкім нақты лақтырысты жасай алмады. Сәтсіз болып жатыр осы Алексей Казарез. Құлап жатыр сүрініп. Алматылықтар алып қойды шайбаны, шығарып жоқ, шығара алмады. Алексей Казарез қабылдады шайбаны, бірақ осы рикошет болғасын. Мына жерде шығып кетті шайба. Алматылықтардың шабуылы қателес. Казарездің ойыны өте жақсы.
шеберлігі өте жақсы мол, бірақ шайбаны жоғалтып жатыр рудналық ойыншылары. 1xBet Pro Хоккей Лигасы. Третий период. У нас с вами пока что мы заброшенных шайб не видели. Во втором периоде было всего 2 по 1. Забросил и тот, и другой коллектив. Таким образом, если первый период у нас с вами закончился 2-1 в пользу Алматы, то вот второй период 3-2 уже также пока по ходу третьего периода впереди команда Алматы. Но моменты, которые создает Горняк, их нельзя во внимание не брать. Почему? Потому что очень опасно у ворот Богдана Нефедова. В любом случае создает Горняк. И вот Скатов, Скатов мимо ворот. Галимов там был готов ему поассистировать, помочь. Горняк сейчас ищет возможности для атаки. Тем не менее, ведь тот факт, что вчера по статистике, по броскам, по блокированным броскам, по выигранному вбрасыванию Горняк был впереди, то сегодня ведь картина не изменилась. По броскам за два периода 24 броска Горняк оформил, 16 команда Алматы. Характерный показатель цифры. Сергей Твердохлебов, опасный момент у Сергея. Но Нурек, Владислав, хорош сейчас. Да, видим, Сергей Твердохлебов тяжело дышит, раздосадован он. Браво, Нурек. Надежен. У нас с вами реклама. Вернемся после нее. Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Генеральный спонсор трансляции компании 1xBet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Смотрим за опасными моментами. Твердохлебов и ряд игроков. Баев, например, вот которого сейчас откатили. А здесь 1-0. Твердохлебов переиграть Владислава не смог. Ну и сыграл-то особо Сергей бесхитростно. Бурделев против Шишова на точке вбрасывания. Так вот, продолжу разговаривать о цифрах. Люблю заниматься этим делом, статистикой, анализировать ситуации. Так вот, сказал я о том, что 24 броска по итогу двух периодов Горняк оформил, 16 команда Алматы. По вбрасываниям 17-16, также Горняк впереди. Вот вчера статистика и счет были на стороне Горняка. Сегодня, кстати, вот да, аналогия со вчерашним матчем. И вчера статистика двух периодов была на стороне команды Горняк, но вот счет говорил 3-1, да, что цифры, наверное, обманывают или, возможно, как-то некорректно отражают суть событий. Но итоговые цифры, которые также были в пользу Горняка, уже подтверждали тот факт, что Горняк выиграл. Сегодня ситуация практически та же. Цифры на стороне Горняка. Одну шайбу Горняк уступает. Но в хоккее мы прекрасно знаем и вчера видели. Можно не то, что там отыграть две шайбы, но еще и выйти вперед. Поэтому давайте посмотрим. Тем более, что вывеска сегодняшнего матча, она себя подтверждает. Очень интересное противостояние. Оба коллектива стремятся попасть в зону плей-офф. Алматы на 9 строчке 10 очков. Горняк на 7 14. Тем важнее является тем важным фактором, что набирать нужно очки. Непосредственно везде, где только можно это сделать. Повторюсь, Горняк очень удачно съездил на выезд, где 6 очков из 8 возможных привез домой. Это очень и очень хорошо. Далее ситуация будет у нас разворачиваться следующим образом. Команда Горняк остается дома, принимает команду Бей-Барыс 16 и 17
октября, после чего поедет в гости к команде «Номад». Таким образом, октябрь команда «Горняк» закончит на выезде, после чего в ноябре уже все дома примет лидера чемпионата «Хумо». Еще раз давайте посмотрим запасный момент. Катков там на пятаке был. Не повезло сейчас Александру Каткову. Что касаемо команды «Алматы», то команда «Алматы» возвращается домой и очень долго будет пребывать у себя дома в южной столице. 17 и 18 «Хумо» «Алматы» в гости приедет, после чего «Алматы» 27 и 28 примет команду «Актобе». И уже ноябрь начнет у себя дома. 1-2 «Бейбарыс» приезжает также в гости мимо ворот. Но очень-очень мощный бросок был сейчас в исполнении команды «Алматы». Увидели мы сейчас на льду 48 номера команды «Горняк». Вот он на ваших экранах. Иван Гавриленко перешел в ХК «Горняк». Об этом мы вчера с вами говорили. Иван является воспитанником усть-каменогорского «Торпеда». В нынешнем сезоне 3 матча провел за молодежный хоккейный клуб «Торпеда», набрав при этом 1 очко. Прошедшим 1xBet Жастар Казахстан Кубагы 2023 года сыграл за «Торпеда» один матч, в котором набрал 3 балла. Таким образом, вот сегодня мы увидели Ивана. Иван заявлен в третьем звене защитником. Скоро стартует у нас с вами экватор третьего периода. Пока заброшенных шайб мы не увидели, но увидели достаточное количество опасных моментов в исполнении той и другой команды. Но вот, по нашему мнению, более интересными были атаки команды «Горняк». «Горняк» сейчас в нападении. Александр Куршук с шайбой был. Эту передачу на Кротова он оформил. Теперь шайба Казарец. Казарец наброс на ворота. Опасно было. Артем Буб также там сейчас помогает команде «Горняк». Он в высоком прессинге. Мы сейчас его видим. Артем. Далее уже перехват в средней зоне силами Галимова. И Валерий Садиков сейчас будет начинать свою атаку. Атаку своей команды. Александр Катков. Дальше передача. Ну что, дорогие друзья, экватор у нас с вами прошел. Вторая половина третьего периода. 1xBet Pro Хоккей Лига Сы. И мы продолжаем наблюдать. Дархан. Я мен жалғастырамын. Бізде Алматы командасы шабулдан кейін қорғанысқа көшіп жатыр. Ал қарымта шабул Рудналық «Горняк» командасында. Бірақ осы жерде пас болмай қалды. Денис Скатов лақтыр жасады. Қорғаушылардың арасында қалып қойып жатыр шайба. Ал бізде 1xBet компаниясы бас демеуші ретінде айтып жатыр. Хоккейді не басқа спорт түрлерін ұнатасыз ба? Онда көрсетілімнің бас демеушісі 1xBet компаниясымен бірге өз фавориттеріңізді бізбен бірге қолданыңыздар деп жатыр. Ал тағы да мына жерде Иван Гавриленко шығып жатыр ойынға. Жаңа келген ойыншы. Мен әріптесім таныстырды осы ойыншысымен. Рудналық «Горняк» командасында жаңа ойыншылар келіп жатыр енді. Әрине, Сергей Викторович Невструевтің осы құраманың ойынын құрастырып, жоспар құрап, әрине, қазір жаңа келген ойыншыларды ретке келтіріп, қай ұжымға кім-кіммен ойнайтынын әлі де қорытынды жасап жатыр. Сондықтан да осы «Горняктың» ойыны, жақсы ойыны алда. Тек қана алматылықтар да әрине жаңа ойыншыларды қалдап жатыр. Андрей Владимирович Спиридоновтың да жұмысы көп. Өйткені біз білеміз, мына жерде лақтырыс Дмитрий Силютин лақтырыс жасады. Бірақ ол лақтырыс қақпадан жоғары кеткенмен Богдан Нефедов оны ұстайым деген ойды келтіріп ұстап жатыр. Үзіліс әрине, қазір Сергей Викторович Неструев пікірлерін айтып жатыр өзінің шәкірттеріне. Әрине, осы үшінші кезең айтарлықтай да қызықты. Бір екпінмен келіп жатыр осы үшінші кезеңге. Бір қалыпты ой екпін дейміз.
екі жақтында ойыншылары. Сенімді алматылықтар ойнап жатыр. Кешеде осындай сенім артырып, сенімді ойынды көрсете білді. Бірақ Горняктың ойыншылары онымен келіспей, төртінші голды соғып, басымдықты көрсете білді. Мына жерде Сергей Твердохлебов па лақтыр жасаған. Я дұрыс, Сергей Твердохлебов оңтайлы қолымен лақтыр жасады, бірақ Владислав Нурик қайтарды. Қазір Алексей Казарес таунтыз жасап жатыр. Сергей Лазарев қабылдай алмады осы лақтыр шайбаны. Қойып кететін таяқшаны, лақтырыс рикошетпен кіріп кететін нәрсені Сергей Лазарев қабылдай алмады. Қабылдайым демеген шешімді көрсетті, бірақ мына жерде бірде бір қалай ойнайтынын қазір көре тұрармыз. Владислав Нурик жақсы, қол шапалақ, ду шапалақ дейміз біз. Өйткені Егор Кожевников алдай алмады Владислав Нурикті. Владислав Нурик тамаша. Ал алматылықтардың есепті арттыруға мүмкіншілігі пайда болды Егор Кожевниковтың күшімен, бірақ Егор Кожевников осындай нақты лақтырысты жасай алмады. Әрине, Владислав Нурик өте тәжірибелі ойыншы. Қараңыздар, тағы да бізде борттағы алас. Уақыт аз болып тұр енді бізде, өйткені Горнякқа есепті теңестіруге және жеңіске деген ұмтылысы болар мекен. Сәт әлі шабуыл өшіп қалды. Алматылықтардың қарымта шабуылы тағы да. Мына жерде Ян Хаменко шарт бұрылып лақтырысты жасады. Оскар Юлбаисов алып қойып жатыр шайбаны. Мына жерде қақпаны қозғалтқаны үшін мүмкін қазір айыпталады Александр Катков немесе Владислав Нурик. Кімді айыптайды төрешілер қазір бізге нақты белгілі болады. Қараңыздар, тағы да қайталам. Қайталап тұр режиссерлар. Мына жерде 37-ші номердегі ойыншы Илья Патырка соғып кетті қақпаны. Әрине, Рудныйлық Горняк командасының ойыншылары айыпталмайды. Менің ойымша бұл, әрине. Мүмкін Александр Катков оны итерген шығар. Қазір оны көре тұрармыз. Мына жерде біздің жанкүйерлеріміз жазып жатыр, осы Горняк ұжымынан көп үміт арттырып жатқанымызды біз ойлағанбыз деп жатыр. Әрине, бұл спорт. Спорт енді сондай, өзгерістер көп болады. Мүмкін ойыншылардың көңіл күйі болмай жатқан шығар ойынға. Әрине, бұл профессионалдық спорт болғасын, енді ондай болмау керек. 23-ші номердегі ойыншы лақтыр жасады Анатолий Шишов. Шишовтың лақтырысы әрине Богдан Нефедовқа оңай болды. Өйткені позиция тұрақты, позиция жақсы болды. Бүкіл қақпаны жапты. Екі қорғаушылардың арасынан лақтыр жасады 55-ші номердегі Владислав Казаманов. Жатып қалам күйді көрсетті, өзінің денесімен қайтарам деген өте жақсы ниет, өте жақсы ұмтылыс. Өзінің қақпасын жауып жатыр Сергей Твердохлебов. Алып денелі ойыншы. Мына жерде лақтырыс тағы да қауіпті болды. Кеше Алексей Дерзаевтың лақтырысы бізге әлі де көзіміздің алдымызда тұр. Өте жақсы Алексей лақтырысты жасады көк сызықтан. Бірақ болмай қалды Горняктың ойыншыларынан осындай лақтырыс. Қазір тағы да алматылықтардың шабуылы. Уақыт зымырап өтіп баратыр. Горнякқа әрине ширақ ұмтылыс жасау керек. Гурьев Денис алдыңызда. Төрешілердің сықырығы болды. Қазір шайба мүмкін алаңнан шығып кетті, мүмкін ереже бұзақылық болды. Александр Куршук, Айдар Галимов, Владимир Кротов атты ойыншылар шығып жатыр алаңға. Илья Кавзалов,
Шайбаға талас. Алматылықтар ал қойды. Шайбаны. Индастырып жатыр әрине. Алматылықтардың қазір Ян Хаменко атты ойыншы. Ойынға қосылып жатыр. Пас шықпай қалды. На жерде Айдар Галимовтың еншісінде шайба. Пас өзін әріптестеріне беріп жатыр. Алматылықтар борттың қасында күресті нығайтып жатыр. 28-ші бұл Владимир Кротов тағы. Остается у нас в третьем периоде сыграть меньше 5 минут, да, 4 практически с половиной минуты. Опасный момент, Захар Захаров. Валерий Садиков сейчас шайбой в средней зоне. Катков, Садиков снова. Нужно отыгрывать одну шайбу игрокам команды «Горняк». Все усилия они к этому прилагают. Алматы сейчас всеми силами в обороне, не помышляют о нападении. Но ведь два момента было у игроков команды Алматы. Выходили 1-0. Не получалось переиграть Владислава Нурек, который в створе ворот сейчас пребывает. И вот в чате пишут болельщики, что вот Мансур пишет 4-3 будет. Алексей Заногу 3-2 так и закончат. Влад Бережной 3-3 точно будет. Мнения разделились. Мы точно узнаем, чем закончится этот матч в любом случае. Так или иначе, хочется, конечно же, болельщикам наслаждаться хоккеем. Но и 5 шайб на двоих это тоже немало. Опасный момент сейчас у ворота Владислава Нурек. Угрозу от своих ворот уводит. Но опасен был очень Кирилл Баев сейчас. Мало того, что осуществил бросок, так еще и в высоком прессинге там напрягает соперников. Перехват сейчас в исполнении Ковзалова. Илья Ковзалов, он на ваших экранах, осуществил перехват. И было очень и очень опасно. Владислав Нурек, да, работы у него сегодня хватает. Это факт. Дважды 1-0. Против него выходили игроки команды Алматы, но не удавалось переиграть его в этом моменте. Ковзалов против Ляпунова. Снова шайба, там Кирилл Баев был у борта. Баев борется, прессингует его сейчас там Лазарев. Баев, Лазарев. Противостояние продолжается. Лазарев отталкивает Баева. Шайба гостит у ворот команды «Горняк». Оказался на льду сейчас Баев. Руки там поднимал, но никаких штрафных санкций мы не увидели. Смотрим за очередной атакой команды «Алматы». Лазарев там не решился начинать свою атаку, но летит сейчас вперед Гурьев. Передача еще одна на Оскара Лубарисова. Оскар в зону входит. Самостоятельно старался всех обыграть. Александр Куршук, капитан команды. Снова передача на партнера. На Кротова была оформлена. Кротов с шайбой сейчас. Последние две минуты третьего периода основного времени сегодняшнего матча. Второго матча между командой «Горняк» и «Алматы». Оскар Юлбарисов. Наброс выше ворот. Остановленная игра. Смена по ходу. И наблюдаем за отрезком в минуту 51 секунду. Александр Катков на ваших экранах. Таким образом, подводя предварительные итоги этого матча, времени, конечно, еще очень-очень много, но в любом случае хочется сказать, что оба коллектива старались, оба коллектива самоотверженно старались работать не только в защите, но и в нападении, чего стоит только 7 блокированных бросков у команды «Горняк» и 8 блокированных бросков у команды «Алматы». Сам факт того, что «Горняк» по итогам двух периодов перебросал своих соперников 24 на 16. В свою очередь 16 «Алматы», 24 команды «Горняк». Шайбу
трибуны призывают своих игроков забрасывать. Хороший был момент. Платонов там на пятаке имел, но в любом случае сейчас команда играет в равных составах 5 на 5. Катков будет набрасывать. Да, набрасывал Катков. Был готов подправить Шишов шайбу в створ. Шишов там борется у борта сейчас. На помощь Галимов подкатывает. Катков снова наброс на ворота. И сейчас Галешник! Галешник! Вы посмотрите, что сейчас происходит. Ликуют трибуны. Ну, если это был Платонов, я не знаю тогда. Это просто герой, наверное, матча сегодняшнего будет. Давайте еще раз посмотрим. Катков набрасывал. Платонов и Шишов там были на точке. Ой, на пятаке, да. Ну вот, Гвида 3-3 сказал. И так оно и получилось. Влад Бережной 3-3 точно будет. Вот вангуют парни на телеканале «Инспорт». Платонов, говорит диктор по льду. Влад Бережной, я же говорил. Ну что, Влад, хорош. Здорово, есть у тебя чуйка предвидеть ситуацию. Таким образом мы с вами не просто движемся, мы влетаем практически сейчас в возможный овертайм. Есть еще одна заброшенная шайба, первая в третьем периоде, с меньше минуты остается. Данила Платонов. Ну вот вам и ситуация, дорогие друзья. Вчера Данила Платонов дважды забрасывал. Причем в большинстве сравнял счет 3-3. И сегодня третью шайбу забрасывает Платонов. Платонов, символизм. Ну вот вам и символизм. Захар Захаров. Захар Захаров, который вчера четвертую шайбу забросил. Ну вот оконцовка а-ля вчерашнего третьего периода, вчерашнего матча, может случиться. И если забрасывает Захар Захаров сейчас, ну я не знаю, это может войти в историю хоккея казахстанского, а именно 1xbet про хоккей Лига СЫ. Время закончилось. В любом случае, сегодня совсем другой матч. Мы видим, как уставший выглядит Артем Бурделев. Наработался, нахватался. Понятно, что все отпахали второй матч. Мало того, что вчерашний был очень тяжелым для обеих команд. 7 заброшенных шайб. Ну и сегодня 6 уже есть. И точно сегодня 4-3 закончится наш второй матч. Но в какую сторону, в чью пользу, это будет очень интересно. Алекс Фергюсон, не отменили, что ли? Да ну вот нет, Алекс, не хочу тебя расстраивать. Не отменили, говорит Богдан Потапов. Да. Поживее пошла игра. Сейчас овертайм в формате 3 на 3. В ближайшее время мы увидим. Пока давайте посмотрим за интересными моментами. Галимов, Твердохлебов. Здесь наброс на ворота силами Егора Кожевникова. Кожевников не останавливаясь, продавливал вперед. Но Владислав Нурек на месте. Еще один опасный момент. И уже Баев здесь был готов помочь. А здесь выход. Ну, Твердохлебов. Сергей, ну, бесхитростно, честно говоря, сыграл. И уже Нурек останавливает игру. А здесь все тот же Кожевников. Вот два момента, да? Казалось бы, два момента было у команды «Алматы». Выходили они на рандеву против Владислава Нурек. Тем не менее, Владислав в этом компоненте переиграл своих соперников. Сдвинутые ворота были. Катков, Катков, который там набрасывал. Платонов и Шишов находились на пятаке. Ну вот Данила Платонов, герой вчерашней встречи. Еще раз давайте посмотрим на эту ситуацию. Вот не совсем успеваем и проследить за всем ходом событий. Но, в принципе, это нам, возможно, и не нужно, потому что Горняк сейчас, как и вчера, совершает подвиг, совершает камбэк. По всему третьему периоду с
скажем так, Горняк наигрывал на эту шайбу, старался. Ну и говорю еще раз, у Алматы были шансы, были выходы 2 в 0, могли решать. Так или иначе, не забиваешь ты, забивают тебе. Но аналогию со вчерашним матчем провести можно. Почему-то, потому что Горняк во вчерашней игре догонял всю игру и в конце все-таки догнал и вышел вперед. Сегодня ситуация была практически та же. С первого периода Алматы вел в счете на одну шайбу. Но тем не менее, так или иначе, Настя Федорчук, Горняк давай. Богдан Потапов хотя бы ничья. Тренерский штаб Алматы на ваших экранах. Тренерский штаб команды Горняк на ваших экранах. Есть еще считанные секунды для того, чтобы внести коррективы. Молодое поколение города Рудный сейчас передает всем привет. Мы видели, машет в экран 21 номер. Басимов, Спартак. Илья Легай. Еще один голкипер команды Горняк, номер 30. Ну что ж, судьи также желаю друг другу удачи. Формат 3 на 3. Здесь, конечно же, уже преобладает и индивидуальное мастерство, и скоростно-силовые показатели. Больше места для маневра, больше возможностей для реализации. Ну что ж, овертайм. По одному баллу оба коллектива уже получили. Горняк сравнялся с РРК-ой пока предварительно, но с РРК еще не скоро закончит свой матч против Бейбарыса. Команда Алматы 11 очков. Пока на 9 месте Алматы располагается. Скатов, передача на партнеров. Гурьев также свою передачу на Александра Куршук отдает. Гурьев и Куршук. Не решается Александр на бросок, но в зоне шайба Скатов. Скатов, Куршук. Скатов и... Ну, была возможность, сейчас удаление будет, остановка у нас с вами. Баева показывают. Баев сейчас эмоционально реагирует на ситуацию, но это бесполезно, потому как довольно хорошо сегодня проводит матч судейский корпус. Все видят, все фиксируют. Ну вот, что здесь не понравилось Баеву, я не пойму. Но в любом случае, Денис Катов в этом эпизоде был хорош. Алматы. Болельщики ранга, говорит Алматы, и сердечко. Платонов против Твердохлебова. Ну вот Твердохлебов, наверное, сегодня рекорд по количеству вбрасываний в плане того, что выходит Сергей чаще всех в своей команде на эту точку. Массивный такой игрок. Высокий, мощный. Садиков не решился на бросок. Передает передачу своему партнеру. Далее. Ну вот что сейчас Захар Захаров может придумать. Скорее всего, да, на Садикова слово. Передачу снова Захаров. Захар Захаров вчера четвертую шайбу забросил. И Валерий Садиков, нет, тянет с развязкой Горняк. Фиксирует шайбу сейчас Богдан Нефедов. Здорово. Богдан сейчас очень хорошо сыграл в створе ворот. Сергей Ильич Струев своих игроков подзывает. Галимов на точке вбрасывания. Айдар сейчас встретится с кем? Сергеем Твердохлебом. Не раз сегодня мы видели это противостояние. Галимов выигрывает вбрасывание. Александр Куршук, Скатов и Айдар Галимов. Четвером играет сейчас Горняк. Троем команда Алматы. Ну вот это, конечно же, шанс. Айдар Галимов сейчас. Передача на Скатова. Шайбу скандируют трибуны. Есть шанс еще больше минуты играть в большинстве Горняку. И Галимов. Не получилось, не срослось, как говорится, на пятаке. Шайба выходит из зоны команды Алматы. Владислав Нурек старается как можно быстрее начать свою атаку. Скатов. Денис шайбу передал и сам вкатывается в зону. И Оскар Юлбарисов. Увидели мы Оскара сейчас в овертайме. До этого момента не видели. Валерий Садиков. Денис Скатов с шайбой кружит. Ближний угол. Фиксирует шайбу сейчас Богдан.
Нефедов. Смотрим еще раз за этим моментом. Айдар Галимов был готов в случае отскока довести дело до логического завершения. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Кто любите хоккей или другие виды спорта, тогда переходите на сайт главного спонсора трансляции компании 1xbet. Платонов и уже Ковзалов. Смотрим за большинством команды «Горняк». Атака, ну и Платонов атаковал. Забросил Платонов третью шайбу. Сравнял счет. Платонов сейчас партнеру шайбу. Захар Захаров. Захар Захаров. Не получается пока переиграть. Голкипера не получается. И ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот зря, наверное, вот сейчас Владислав Казаманов так делает. Ничего вот уже не угрожало воротам. В целом эпизод был отыгран. Поднимается Захаров. Сейчас со льда едет. Да, нет, не едет, остается на льду Захаров. Ну вот, по мне, наверное, как жестковато сейчас себя повел Владислав Казаманов. На ногах игроки команды «Горняк». Твердохлебов шайбу выцарапывает. Шишов, далее Галимов. И снова там. Ну вот смотрите, да, сейчас все тот же Казаманов. Ну вот для чего сейчас Казаманов этим делом занимается, непонятно. А провоцирует, наверное, соперника, вытаскивает на эмоции. Момент хороший, созданный силами команды «Горняк». Снова Захаров и снова Владислав Казаманов. Гурьев против Бурделева. Гурьев выигрывает вбрасывание. Шайба в зоне команды «Алматы» остается. Скатов хорош сейчас в обыгрыше. Снова Скатов с шайбой сейчас. Здорово. С шайбой обращается Денис Скатов. Не теряет шайбу. Контролирует ее. Остается сыграть 2 минуты в овертайме. И ну вот насколько вы хотите увидеть серию после матчевых буллит, напишите в чате. Мы читаем. Нам тоже интересно. В целом, Оскар Вилборисов. Айдар Галимов. Айдар Галимов. Передача на партнера не получилась. Садиков там был готов. Ну вот, немножко пожадничал Айдар сейчас. Но решил сам. Решил так решил. Алматы. Вот в этом овертайме мы в целом-то и, пожалуй, не видели у ворот Владислава Нурек. Вот Горняк пишет. Посмотрим. Да, конечно, посмотрим. Ждать осталось недолго, если сейчас не случится чего-нибудь. Владислав Нурек. И у Твердохлеба в высоком прессинге сейчас прессингует, помогает ему Машинец. Шайбу трибуны ревут, летит вперед сейчас Шишов, шайба Шишов. Шишов, не дают ему на пятак выкатиться, а именно Дерзаев там нейтрализует желание Шишова. Кротов, передача, шайба в зоне команды «Алматы». Практически все 5 минут «Горняк» в зоне команды «Алматы» проводит. Влад Бережной, пацаны. Да, за «Горняк», на «Горняк». Захар, Захар. Александр Катков атаковал на месте Нефедов. Остается сыграть 20 секунд. Вот это матч мы сегодня смотрим вместе с вами на телеканале «Инспорт». Здорово, хорошее, интересное мы с вами сегодня наблюдаем зрелище. Ну и вбрасывание «Горняк» выигрывает. Александр Катков набрасывал на ворота. Скатов. Скатова там нейтрализует Ковзалов.
Ну что, 2 в 2 Алматы. Пожалуй, наверное, последний. Ой, Катков! Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это силовой прием! Саша умеет, Саша знает, как это делать, но это было очень зрелищно. Если бы мы посмотрели повтор этого момента, ну, это, наверное, украшение овертайма, завершение его. Так или иначе, мы с вами в серии послематчевых буллит увидим через определенное небольшое количество времени. Тем не менее, 3-3. Горняк совершает камбэк, возвращается в игру. В овертайм команда Горняк может также себе записать в актив, потому как мало того, что и в большинстве поиграли, так еще и море моментов было создано силами команды Горняк. Зрители трибуны не покидают. Вы сами сейчас видите в прямом эфире, да, сколько болельщиков пришло поддержать свою команду. Тем более
1xBet про хоккей Лига СЫ и статистика на ваших экранах. Ну вот это овертайм. Овертайм, что тут сказать? Слов нет, вы сами все видите, что вот еще можно здесь добавить, я не представляю. А в целом вот статистика отражает то, что мы видели. В большинстве играл Горняк. И ну вот ни разу, да, полноценной атаки какой-то мы в исполнении команды Алматы в овертайме не увидели. В любом случае, сейчас состоится серия после матча «Булит». И оба коллектива сейчас, конечно же, напряжены, так же, как и все болельщики, будь то телеканал «Инспорт», будь то сейчас «Горняк-арена». Венер Хасанов пишет «Горняк». Ну вот, мнения в чате разделились. У всех есть свое мнение, свои фавориты. Это очень здорово. Генеральный спонсор трансляции компании 1xBet. Смотри хоккей и болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Группа поддержки всегда радует болельщиков. Всех, кто приходит поболеть за любимую команду. Нефедов. Ну вот, Богдан-то сегодня, несмотря на то, что ему 21 год, да, молодой голкипер, так или иначе, были моменты, когда он однозначно спасал в сложных ситуациях свою команду. Скажем о том, что Вити Владислав Нурек также, мы видели, да, две возможности, два выхода, один на один с Владиславом, игроков команды Алматы. И также победителем в этих микродуэлях был Владислав Нурек. Придает он сил своим командам в том плане, что надежда на него однозначно есть. Сейчас посмотрим, как оба голкипера себя проявят в серии послематчевых «Булит». Бывает так, что стоит в створе ворот один игрок, голкипер, а далее уже на серию «Булит» встает другой голкипер, который не играл в матче. Ну вот, насколько это так или не так, посмотрим. Владислав Нурек на льду, мы его прекрасно видим. Он не покидает лед, не садится на скамеечку. Так же, как и сейчас мы видим, на льду находится Богдан Нефедов. Хорошее настроение у игроков той или иной команды. Понятно, что у Горняка настроение однозначно получше. Мало того, что они выбрались из положения 0-2. Которое мы сегодня видели. Далее Никита Липунов забросил в большинстве эту первую шайбу, сделав счет 2-1. Ну и, конечно, в меньшинстве Денис Гурьев забросил, а Данила Платонов так вообще поднял настроение, да, и сил, эмоций придал своей команде, потому как сравнял счет, и Горняк имел возможность в овертайме забросить и зарешать именно в этот период времени. Но уже теперь что, о чем говорить, тем более, что серия после матча «Булит» у нас с вами ждет. Да, 35 минут 8 у нас с вами. Хорошее завершение или начало вечера, кому как удобней. Остаются считанные секунды. Владислав Нурек раскатывается. Жеребьевка уже состоялась. Владислав Нурек в створ ворот. Возвращается так же, как в створе ворот. Сейчас видим голкипера команды Алматы. Богдан Нефедов. Ну что ж, давайте посмотрим. Очень интересный момент. Венер Хасанов, комментатор «Салам». Салам, Венер. Давайте повнимательнее. Номер 17. Кирилл Баев, нападающий. Не переигрывает сейчас Кирилл Баев голкипера команды Горняк. Еще разок мы посмотрим за этой ситуацией. Небольшая скорость. И, ну вот, да, хотел в домик пробросить. Ответка от команды Горняк силами Дениса Скатова. Денис Скатов не забрасывает, не реализовывает такую возможность себе. Венер Хасанов, вам тоже салам. Это очень здорово, что мы имеем возможность с вами пообщаться. Далее нападающий Илья Ковзалов. Ковзалов не переигрывает. Владислав Нурек надежен. Еще разок. Попадает в голкипера Илья.
Здесь уже Айдар Галимов. Айдар Галимов не переигрывает Богдана Нефедова. И еще разок насладимся этим моментом. Не сильно разгоняются игроки, вот исполняя буллит. Смотрим за очередной возможностью взятия ворот от Сергея Твердохлебова. Сергей Твердохлебов не переигрывает голкипера. Владислав Нурек надежен. Еще разок. И ведь у Сергея Твердохлебова по ходу игры была возможность переиграть один на один. Захар Захаров забросил вчера шайбу победную. Ох, как коварно шайба кралась в ворота. Но вот по ходу мы видели, что мимо. Захар Захаров. Задумка была хорошей. Богдан Нефедов на месте. Ну и Егор Кожевников. Егор Кожевников, штанга! Нурек не смог помочь своей команде в этом моменте, но штанга в городе Рудный играет за хозяев сейчас. Егор Кожевников, пожалуй, самый опасный момент в серии после матчевых буллит. Павел Смольников, Рудный, привет, привет, Павел. Ну вот, по 5 бросков выполнили игроки обеих команд. Данила Платонов, автор третьей шайбы. Не переигрывая сейчас голкипер. Ну что ж, продолжаем смотреть еще разок. 92 номер, Юрий Андрюсенко. Нет, Нурек, хорош. Да, это был 5-й буллит в исполнении команды Алматы. И сейчас мы увидим еще один в исполнении кого-то из игроков команды «Горняк». Ренат Кудашев. Нурек тащит. Да, оба голкипера тащат. Ну, Гурьев. Нет. Таким образом, по 5 бросков выполнили и те, и другие. Еще раз давайте посмотрим. Денис Гурьев. Оскар Юлбарисов исполняет буллит. Забрасывает Оскар Юлбарисов. Ну, это первая заброшенная шайба в серии после матчевых буллит. Еще разок смотрим. Оскар Юлбарисов. Ну что, будет ответ. Сергей Твердохлебов. Третье противостояние. Не получается у Сергея Твердохлебова. Дважды он пытался переиграть Владислава Нурек. И вот сейчас в третий раз ему это не удается. Горняк побеждает по буллитам. Побеждает команда Горняк. Команда Горняк, трибуны ревут. Это, пожалуй, лучшее завершение или начало вечера в городе Рудный сегодня. Ну что ж, Горняк по традиции сейчас обнимается. Конечно же, рады они этим двум победам, как и все болельщики города Рудный. И, может быть, кто-то болеет за Горняк вне города, где-то за его пределами. Так или иначе, факт остается фактом. Игроки приветствуют друг друга. Ну что, дорогие друзья, таким образом у нас с вами закончилась вторая игра противостояния Горняк-Алматы. Вчера Горняк был сильнее команды Алматы со счетом 4-3. Забросил Захар Захаров решающую шайбу. Сегодня в серии после матчевых буллит Оскар Юлбарисов зарешал в этой серии. Забросил он очень важную шайбу для команды Горняк. Так или иначе, мы с вами услышим и увидим интервью. Думаю, что с кем-то из тренерского штаба команды Горняк. Хотелось бы, чтобы это был Сергей Викторович Неструев. Нурек и Сергей Твердохлебов. Владислав Нурек, Сергей Твердохлебов сейчас поговорили друг с другом. Но вот интересным было сегодня
противостояние. Почему? Потому что Сергей Твердохлебов в игре не смог переиграть один на один Владислава. В серии после матчевых буллит не смог переиграть дважды. Ну вот. Так. Таким образом, счет у вас с вами 4-3 в пользу команды «Горняк». В любом случае будет интервью с кем-то из команды «Горняк». Если это не тренеры, то кто-то из игроков. Далее посмотрим хайлайты, обзор самых интересных моментов, коих было очень и очень много сегодня. Но и команда «Алматы», дорогие друзья, билась все эти два матча. Отдали они все силы, я уверяю вас. Это было заметно, это было видно. Старались они на выезде в городе Горняков победить. Но случилось то, что случилось. Обвинять никто никого, конечно же, не будет. Достойны уважения все, кто принимал участие в этом матче, потому что именно за это мы и любим хоккей. Сергей Викторович Неструев готов, практически готов дать интервью моему коллеге Дархану. Винер Хасанов, всем пока. Пока, Винер, болейте за свою любимую команду. Провожают болельщики любимцев, команду «Горняк». По статистике, напомню, первого-второго периода «Горняк» был сильнее. Ну и вот в овертайме вы видели, да, статистику. Ни одного броска в створ ворот «Алматы» в овертайме не нанес. Таким образом, ну вот, возможно, да, этот психологический... Противостояние «Горняк-Алматы». С нами главный тренер команды «Горняк» Сергей Викторович Неструев. Сергей Викторович, поздравляем с победой и итог двух дней. Спасибо за поздравления. Огромное спасибо болельщикам. Здорово поддерживают. Ну а по поводу игр, очень тяжело складывались игры. Что вчера, что сегодня. Немножко где-то, видимо, не хватает концентрации. Все время первые пропускали, все время приходилось отыгрываться, тратили эмоции, силы. Немножко где-то неправильно сыграли. Возможно, наслоение идет, большое количество травм, повреждений. Может, это повлияло. Пропала какая-то уверенность в завершении именно. Потому что, создавая столько моментов, ну, мало забиваем. Но проявили характер, что в одной, что в другой игре. Поэтому всех с победой, мальчишки молодцы. Ну и всех нас, болельщиков и команду, всех с победой. Ждем на следующие игры с Бейбарысом. Все, еще раз поздравляем, большое спасибо. Спасибо. С нами был Сергей Викторович Невструев, главный тренер команды «Горняк». Ну, до скорых встреч. «1xBet Pro Хоккей Лига СИФ». Второй матч, второе противостояние между командами «Горняк» город Рудный и команды «Алматы» город Алматы. И первая заброшенная шайба в первом периоде. Забрасывает ее после 47 секунд от начала первого периода Илья Ковзалов с передачей Яна Хоменко. А вот такой резкий темп набрала команда «Алматы». Далее «Горняк» имел очень много моментов, но первый период продолжался. Команды атаковали друг друга с завидной периодичностью. И хватало работы сегодня и у голкипера команды «Алматы» Богдана Нефедова, и у Владислава Нурек, который находился в створе ворот. Ну а здесь немного потолкались Кожевников и уже Марк Абаев. Далее еще одна заброшенная шайба была у нас в первом периоде. Тот же Егор Кожевников с передачи Артема Бурделева и Сергея Твердохлебова делает счет 2-0. Но нужно отметить, что две заброшенные шайбы мы увидели. Однако «Горняк» играл первым номером в первом периоде. И по статистике первого периода перебросал своих соперников 11-6. Также «Горняк» был сильней и на точке вбрасывания 12 бросаний против 7 у команды «Алматы». Много моментов «Горняк» создавал. Один из этих опасных моментов. И заброшенная шайба здесь в большинстве забрасывает Никита Ляпунов, Дмитрий Силютин, Сергей Лазарев ему в этом ассистирует. Давайте еще раз посмотрим за этим моментом. Здорово там
сориентировался в этой ситуации Никита. В большинстве забросил он эту шайбу. Таким образом, первый период закончился у нас со счетом 1-2. Никита Липунов на ваших экранах. Валерий Садиков. Передача своему партнеру. И дальше уже спасение от Владислава Нурек. Стартовал второй период. Во втором периоде тоже было очень горячо и интересно. Смотрим за ситуацией. Рвался вперед Егор Кожевников. Далее борьба уже у борта Хоменко. Силютина мы с вами видели. Ну и вот, собственно говоря, второй период у нас был ознаменован большим количеством удалений. Играли в формате 5 на 3, 5 на 4, снова 5 на 3. А здесь уже Артем Бурделев в большинстве забрасывает третью шайбу. Передачу Егора Кожевникова. Бурделев сегодня и оформил ассист, и забросил еще одну шайбу. А Егор Кожевников забросил вторую шайбу и в третьей шайбе оформил ассист. Ну и здесь в меньшинстве никто иной, как Денис Гуреев. Вот после, пожалуй, наверное, этой заброшенной шайбы Горняк эмоционально еще больше подпитался. Помимо того, что Горняк атаковал и по итогу двух периодов перебросал своих соперников 24-16, вбрасывание 17 против 16 выиграл. И эмоции, которые сегодня были на льду, они ничем не могут замениться, потому что до последних секунд, до последнего момента было непонятно, кто сегодня одержит победу. Смотрим еще раз. Липунов мимо ворот. Далее точка вбрасывания у нас с вами Ковзалов против Гуриева. Напомню, что на точке вбрасывания Горняк был первый номер. Снова Скатов, ближний угол. Далее здесь Захар Захаров. Ну вот, Захаровым не совсем корректно обошелся Владислав Казаманов. И снова Казаманов против Захарова. Здесь такая вторая микродуэль. Ну а Катков. Катков силовой оформил. Спартак Басимов пал в этой ситуации. Снова Александр Катков претендует на звание лучшего по силовым приемам. Здесь уже серия послематчевых гулит. Смотрим за этим исполнением. Это был Илья Ковзалов. Дальше Айдар Галимов на ваших экранах. Не реализует этот булит. Сергей Твердохлебов трижды имел возможность переиграть голкипера команды Горняк. Однако не получается ему это сделать. Захар Захаров не реализует свою уже возможность. Егор Кожевников также не попадает. Здесь Платонов, Данила Платонов, автор третьей заброшенной шайбы, мимо. И имеет возможность в этой ситуации уже Юрий Андрусенко. Далее у нас с вами также нереализованная возможность Денис Гурьев. Ну и Оскар Юл-Борисов решает сегодняшний матч. Забрасывает он эту шайбу. Таким образом, автор четвертой шайбы в своей команде Оскар Юл-Борисов. Таким образом, как и во вчерашнем матче, 4-3 заканчивается сегодняшняя наша песня, сегодняшняя наша история. Владислав Нурек, понятное дело, конечно же, рад в этой ситуации, как и вся команда Горняк. Статистика после игры на ваших экранах. Сегодня, как и вчера, статистика на стороне команды Горняк. Перебросали, перевбрасывали и в целом забрасывал Горняк в меньшинстве и в большинстве. Таким образом, счет на сегодняшний момент, на данную секунду, уже не изменится. Ближайший матч Горняк проведет в понедельник, во вторник против команды Бей-Барыс. Ну что, дорогие друзья, до скорых встреч, до свидания, любите хоккей, хоккей лучшая игра на льду, до скорой встречи, пока-пока. Инспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport.
Телеканал «Инспорт» представляет 1xBet Cup – супертурнир по московской пирамиде. С 14 по 17 октября лучшие профессиональные бильярдисты мира наравне с любителями поборятся за призовой фонд в 5 миллионов тенге. Не пропусти главное событие в мире бильярда в стране в спортивно-развлекательном клубе «Бастау». Вся информация на fps-rk.kz. Генеральный спонсор турнира – букмекерская компания 1xBet.